Все. Я нажала присоединиться. Ой. Объясняю правила. Не получается принять приглашение. В смысле, обнови, обнови, ты уже в игре. Дмитрий! Да, я уже в игре. Я не в игре. Обнови, фасоль. Ты в игре. Обнови. Ты должна быть в игре. Я могу нажать кнопку начать игру. Да, да, нажми. Угу. Ты в игре? Ты в игре? Нет. Покажи мне. Мы отключились от игры. О, я пытаюсь переподключиться. Давай, давай, молодец. Все, я зашла. Только, ой, блядь, надо общий чат выключить. Как его выключить? Пепси, Фейсбук, ВКонтакте. Шанель. Дмитрий, ходи, блядь, ёбаный снич, ты шо, уснул? У меня не загрузилась же игра. Обнови, 25 секунд. Блядь, как закрыть чат, а, сука? Ебать. Всё, хожу. Сюда, Адик. Сюда. Фасоль, ходи. Окей. Смотри, ты ходишь и должна покупать. Ты должна собрать 3 монополии. Шаришь? О, я хочу ВКонтакте. Бери, покупай. Молодец. А я Мерседес беру. Самальчик, только не души ее сначала. И мы тут должны торговаться. Я никого не душу, ты что, злой? Я не могу даже никого задушить, у меня соседа душит. Да похуй на твоего соседа, блядь. А если оба на кто мне бабок уже закинул? Спасибо. Где, кому? Фасоль, что ты говорила? Вот, Витер, когда ты попадаешь на позицию другого человека, ты платишь ему деньги за аренду. Да, все верно. А ты не играла ни разу, Фасоль? Не играла, но очень давно. Это несложно играть. Пепси надо. Бросаем еще раз. Блять. Ликс, ты слишком охуевший, блядь, на эти кубики. Вы 2 раза уже Ликсу платите. О, сюда. Да что о. Это, блядь, Ликс? Не, что это за... уже не мое. Это мне, это мне. А. Опачки. Ликс заебал налоги собирать. Ага. Тут главное собрать... Да, да. Прикладное общение, фасолька, это... в Твиттере. Да не, нормально, нормально. Нужно было заплатить. Ничего себе, а что я купила? Прикольно. Смотри, ты покупаешь, ну, Фанту и ты должна собрать. Типа, допустим, кола, пепси, фанта, это монополия, потом ее улучшать, шаришь? Артур, отдай фантом. Ну, пока у тебя нету того, что мне надо. На нахуй. На нахуй, ладно. Блядь, в тюрьму, блядь. Давай, блядь, на нары, блядь, пирожки пройти, сушить. Пройти. Не! Посолька, на форт в аренду взяла, покаталась, все нормально, бабушка, бабки. Еще раз дабл, блядь, ничего она ходит. Еще раз дабл, и тебя в тюрьму отправляют. Бля, она очень жестко ходит, дядь. Да. Вась, что это? А, ну она новичок, им всегда везет. Блядь, я хожу, блядь. А, нормально, Редисон. Ну, новичкам, да, новичкам везет тут, а, блядь, по-другому. Зоя, объясни, что, кто не знает. Да-да-да, что сейчас? Сейчас происходит выкуп имущества, после чего будут торги. Ну, там самое интересное сейчас, когда торги начинаются. Это самое интересное. Да-да-да, мы сейчас должны просто закупить территорию, шаришь? Да. А потом мы будем торговать. Закаптить, правильно. Все верно, а потом мы будем торговаться ими. Так, я сейчас вебки меньше сделаю. А что это? Да я тебе все, я не знаю, тебе везет просто. Тебе везет на нормальные... Вот, читай чат, тебе постоянно. Везет, очень везет. Возврат налога 750 тысяч. Шанель, сюда нахуй. Так, я зеленый, да? Блядь, у меня вообще нихуя нет, по сути. Apple, пиздец, ну это очень дорого, дядь, у тебя уже 6 тысяч, блядь. Ой-ой-ой, ну у меня денег нету. Блядь. Я на свое попала. Лакоста, сюда. Так, надо торговаться, надо что-то придумать по торгам. Хотя, в принципе, еще не все занято, блядь. Короче, смотри, твоя цель собрать 3 монополии и просто улучшать их. И потом только удача. Но рофл в том, что не все захотят с тобой торговаться. Опа. Потому что им невыгодно, чтобы ты получала монополию. Типа, шаришь? Ебануться. Туфли гнутся. Мы с Фасолькой, я думаю, договоримся. Не первый день знакомы. Тем более, посмотри на нее, какая-то очень красивая. Фасоль, это он у тебя уже завлекает, чтобы ты ему продала. Это он у меня что-то купить хочет. Да, он хочет купить у тебя Nokia. Блядь, я зачем мне от нее ничего не надо? Просто, ну, типа, комплимент сделал. А, ну смотри. А, нет, я деньги взяла. Нет, ты не взяла. Я даю деньги! Просто я помню, ну, времена, когда с Фасолькой, знаешь, ну, типа, кутили. Почему? А постоянно кто-то... Она уже забыла. Сюда, нахуй. Осуждаю комплименты, говорит. А, блин, я не знаю, можно комплименты? Он проиграл? Не, сэм паблик именно выиграл джекпот. Блять, да что за развод начался? Что за звук ебаный? Что за звук, блять? Кто это сверлит, суки, блять? Меня посадили. Мешает звук?
Не, нормально, нормально. Опа, сюда нахуй. Так. Вот, что, блядь, я за автосалон выкупил? Ну, сюда. Сейчас на Ауди покатаюсь нормально, блядь, и культурно. Так, а какой я цвет? Я голубенький. У меня раз, два. Так, Facebook. Смотри, а, это Дима. Дима, ты ж помнишь, как играть? Дима пипец, да, и поэтому продай мне ВК, пожалуйста. Нет, не продам. Фасольчик, давай договоримся. Нет. Фасоль, ты очень ценная. О, джекпот! Ты можешь поставить, ну, сколько вы можете к моему бизнес-партнеру вообще, ну, никак не обратиться. Фасольчик, давай с тобой договоримся, очень не. Аккуратно. Что я делаю? Дим, я нажимаю пошли. Дим, давай не будем наглеть, ну, это мой бизнес-партнер с этого дня, давай. Я должна, Ну... Нас не... Модераторы, напишите, с кем мы играем в Монополию, пожалуйста. Вот как бы договариваюсь. Не-не, через меня все, через меня. Фасоль, ты очень ценный экземпляр. Фасолька, ты знаешь, что Сэм через тебя переговоры хочет вести за, ну, грубо говоря, за твои движухи? Да? Как ты к этому отнесешься? А у меня очень мало всего, у меня нет смысла, походу... Есть, у тебя есть много всяких штук. Слой, так, мы, ну, давай ты не будешь ее заводить в заблуждение. Я понимаю, девочку легко в заблуждение вести, но Фасолечка. Она такая маленькая, хрупкая, давай не будем. Алмаз. У тебя есть машинка Land Rover, хотела бы ты получить... Не надо, алмаз! Порт. Он забирает деньги, не надо! А, не надо? Я не хочу. Да, смотри, мы все выкупили. Мы сейчас должны торговаться и получать монополии. Шаришь? Угу, то есть Дмитрий, как одна Феста, насчет... Одна и одна Lamborghini. Заработать денег. Деньги не интересуют. Дима, мне кажется, вам нужны деньги. Дмитрий, мне кажется, Дмитрий, вам очень все, нужны все деньги. Плохо. Вы посмотрите на стол, у меня все куплено, у меня сейчас начнутся дивиды. О, сюда! Невея Гуччи! Дмитрий, надо действовать, надо быстрее действовать. Все нормально. А Дмитрий такой ему похуй! Я просто думаю, что я могу выкупить, мне вообще ничего. Фасолька, я тебе готов отдать форт. Я тебе готов отдать форт и готов тебе отдать кока-колу, потом ты со злым можешь фанту выменить. Но мне нужен ВК. Давай, я сначала объясню. Уже... Фасолька, послушай. Ну а послушай, как? Да? Мы по-другому послушай, никак Фасолька, не смотри, объясняю, что он хочет от тебя, смотри. Он хочет тебя наебать, Фасоль. Не-не-не, подожди, дай объясню. Смотри, видишь слева на отеле Radisson и Holiday Inn? Да. У тебя владений там нихуя нет. Ну просто объясняю, смотри. Это целая сетка. Видишь, фиолетовая сетка, если ты собираешь вот фиолетовую сетку всю, например, сейчас фиолетовая сетка преимущественно Димина. Ему надо выторговать у Артура Radisson. Смотри. Если он собирает все отели, у него получается корпорация. Он эту корпорацию может каждый раз улучшать, и каждый раз, если ты на эту корпорацию будешь попадаться, ты будешь платить очень большие деньги. Да, все верно. Чтобы сделать корпорацию, нужно сделать себе, ну, сделать себе три отеля. То есть, или там три Макдональдса, не знаю, Бургер Кинг, Макдональдс и KFC. Поняла? Да, я поняла. Все. Теперь смотри, слушай меня, я тебя не наебу. Ну, посмотри на честные глаза, хоть раз кого-то наебали. Настолько он так, когда говорит, все, сразу наебут. Какие красивые карие глаза. Кого они могут наебать, скажи мне? Вот что именно, я точно никого не наебу. Фасоль, давай меняться, Фасоль. Но если мне злой фанту выменяет на ВК... У меня консультирует. Давай, давай так, смотри, давай с тобой меняться фанту. Давай, ты мне даешь фанту взамен... Нет, ты мне даешь. Да, я тебе даю фанту взамен на что у тебя есть? ВК? Да что такое-то? А ты можешь выменять уже с Димой на что-нибудь? Ага, она уже понимает. Да, давай, 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 давай. Фанту на ВК, давай. Стой, 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 Фасолька, стой. Не, Фасолька. А ты не подумала, как ты кока-колу заберешь у Димы? А Дима что? Фанта на ВК, да? Ты мне ее не отдавать? Конечно. Погоди, Дима, а что... А, ему только от меня. Смотри, я даю тебе фанту, ты мне даешь ВК. Не, подожди. Мне тогда Дима никогда в жизни не отдаст сколько. Я тебе не отдам. Так ты с ним поменяешься на что-то. Нет. Пока не меняйся. А мне с ней больше не на что будет меняться. Мне я Подожди, Фасолька, а зачем он тебе такую схему предлагает? Давай напрямую кока-кола, ВК поменяемся и все. Тогда мне злой не отдаст фанту. Опа! А злой может и не отдать. То есть он хочет, чтобы ты пошла на его поводу, но при этом не пойдет на твоем поводу. А это уже какой-то эгоизм получается, Фасолька. Я бы не работал с таким человеком. Фасоль, я говорил, тебя обманывают, я не слушаю тебя. Фасоль, я не обманываю тебя ни в коем случае. Меня все обманывают. Честно скажи, я тебя хоть раз обману, но только честно скажи. Нет, подожди, злой, мне надо подумать. Хорошо, думай, я буду ходить. Фасолька, не думай. Знаешь, что он хочет сделать? Он хочет иметь во всех сетках по одной, по одному владению, чтобы потом меняться. И ага, торговаться. Не давай ему эту возможность. Пока, пока бизнесы не все выкуплены. Давайте все выкупим бизнесы, а там уже решим. Договорились? Договорились. Хорошая идея. А в идеале... Сюда. А, нормально. Видишь, пока мы, ну, ссоримся, чей-то бизнес процветает. Чей-то бизнес, да, приносит бабки мне.
Дмитрий, поэтому Nokia, она... Фасолька, поэтому Nokia в скором времени, думаю, должна перейти в мои руки, так как, ну, там... Если ты ему отдашь Nokia, мы проиграем, Фасолька. Не, у меня всего лишь будет Nokia и Apple. Мне кое-что нравится у... Смотри, Фасоль, давай я тебе не ВК отдам. Слышь, Фасоль, давай я тебе не отдам ВК, а взамен на Land Rover Фанту. Не-не-не, подожди. Смотри. Фасоль, скажи, что тебе нравится, Фасоль, скажи. Ты что, глупый, что ли? Я не настолько глупая. Не, стой, стой. Слышишь? Я тебе дам Фанту. Только скажи, что тебе нравится, я тебе отдам. Мне не жалко. Ну, я добрый человек. Мне нравится у Димы там. А, у Димы нравится? У моего Land Rover там кое-что находится. На отель? Фасоль, мой ход, дайте сказать, блядь! Вот я готов поменяться. Фасоль, послушай, я не буду ВК забирать, я хочу Land Rover вместо Фанты. И ты сможешь с Димой поменяться потом. Фасолька, не давай ему Land Rover. Давай, Фасолька, это очень выгодно. Фасолька, не слушай не его! Не давай ему Land Rover, мы будем платить на его тачку. Не будь, блядь, ты сможешь с Димой поменяться на эту, на монополию, все нормально будет, Фасоль. Не а что мне нужно еще собрать? Мне нужен Land Rover? Смотри, у тебя будет кола. У тебя будет, подожди, нет, у тебя подожди, будет... Подожди, что мне нужно кола? Тебе нужно кола. Land Rover? Нет, нет, нет. Нет, тебе не нужен Land Rover, тебе он не нужен. У меня есть Land Rover, что мне еще нужно? Фасолька, смотри, давай я тебе отдам Ford, ты мне ВК. Audi и Mercedes. Не, тебе нужны Pepsi, Fanta и кола. Я тебе даю одну... Нужны. Давай, Дима, я согласна. Давай, я тебе даю Ford и хочешь Кока-Колу тебе отдам? Да, хочу. Давай. Блять, не мне, он тебе даю, абует! Я тебя не даю, я тебе даю... Не слушай Диму! Смотри, как злость довёлся, просто проиграть может, блин. Не-не, Фасолька, тебя обманывают, подожди, пока все выкупят. Ну, послушай меня, я здесь, ну, хоть раз... Бля, не... Фасоль! Смотри, как засуетились муравьи. Посмотри, как засуетились. Он тебя наёбывает, Фасоль! Блин, а еще мне очень нравится Apple. Apple нравится? О, это мы можем договориться с тобой. А, ты как, смотри, как засвиренькал, бля, ебать, бля. Фасолька, смотри, как только ты выкупишь British Airways, вон внизу, видишь, British Airways. Внизу, и, Фасолька, я полтора мы с тобой моментально договоримся. Попрошу, я, потому что поверь, иначе мне, очень я бы очень контакт, очень, я всегда иду на контакт. Очень контактный человек, очень социальный Coca-Cola человек. Кока-кола и Форд на ВКонтакте. И полтора еще, потому что... Фанта у меня, Фасолька, Фанта у меня. Мне нужен Форд. Тебе нужна Фанта. Я тебе Форд дал, и я тебе Кока-колу отдал. 33. Стой, 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 стой! Ты Фанту не получишь, Фанта моя! Смотри, как Фасолька, он сразу заговорил, Фасолька. Фасолька, у него монополия, Фасолька, у него монополия. Вы просто обходите его стороной. Не мы его не обойдем, Фасолька, у него Форд. Фасолька, покупай, вот, чтобы, главное, чтобы не сделать. Фасолька, Фасолька, это не надо было делать, у него Форд. И что? У него теперь что? Есть монополия и две машины. Форд у Фасольки, нет, Форд у меня, Фасольки. Форд у меня. У тебя нету монополии, Фасолька. Фасоль... Она скоро будет, я же попаду на этот квадрат. Нет. На Люфганзу? Да, ой, попаду. На British Airways? У тебя может ее не быть. Да, попаду. Так я тебе... Так попади, мы с тобой меняемся, давай. В смысле? Ну, ты не поняла? И смотри, монополия без American Airlines не будет у тебя. А почему? Потому что это моя American Airlines. А на что ты хочешь поменяться, ладно? Сама знаешь, одна. Ну, не будем с тобой долго общаться. Говори, на что, на Nokia, что ли? Конечно. Nokia не отдавай ему, Фасолька. Нет, не, слушай, он там... Мне нужен Apple. Фасолька, смотри, что да, ты понимала, мне если... British Airways или Lufthansa. Нет. Ты вообще не встревай, у тебя уже монополия есть. Фасолька, нет, отдавай ему Nokia. Фасоль, не слушай его, он наебал тебя! Я скажу тебе, Фасолька, дай я тебе просто скажу. Я не наебал никого. Смотри, посмотри, он улучшает монополию и наебывает тебя! Это говорит человек, у которого на Неве и Гуччи по 2 миллиона уже долги. Он сам, он никого не наебал, он честно заработал. Смотри, рассказываю. Честно заработал! Если он прогрейдит Nokia и Apple, вставая туда, мы будем платить минимум миллион, и дальше он будет грейдить там по 5-6 миллионов. Смотри, как он... Как он тебя... Как он с тобой манипулирует, Фасоль, бля, ты видишь? Фасоль, я не знаю, почему ты ему веришь, но тебя так что наебали очень жестко. Тебя наебали на монополию, Фасоль. Вот я отдал Фасольке крутые слоты. Получила, если бы я тебе отдал Фанту, я могу отдать тебе Фанту. Но он бы тогда мне не отдал Кока-Колу. Конечно. Отдал бы тебе он Кока-Колу потом. Отдал бы я ему Кока-Колу. Отдал бы он тебе Кока-Колу вместо ВК. Отдал бы ты, не пизди, блядь, ты бы отдал, как миленький, блядь. Не отдал бы зло. Не пизди, блядь. Ты подал, блядь, пытаешь... еще бы, блядь, бежал бы за ней. Не давай, не пи... обмануть Фасольку. И... Стил! Артур, да что я, блядь? Он наебал ее! Да я не знаю, наебал. Блядь, хули ты орешь, блядь? Не что наебал. Изменится, блядь? Что изменится? Он ее наебал, она сидит в двери. Фасолька, она психологически сейчас пытается какое-то давление оказать. Ты понимаешь, он наебал девушку, которая первый раз зашла в эту игру. Ах ты ж. Вот видишь, Фасолька, смотри, я тебе 500к заплатил. Я наебал? Безобидная, а так взял бы 250 заплатил. Да, ты просто попал туда. Смотри, Фасоль, я отдам тебе Фанту, и у тебя будет монополия. Хочешь?
Да, даже не... Хорошо, на что? Да, только смотри, что он тебе. Давай я тебе, смотри. Слой, брат, давай так. Они... Не-не-не, подожди, подожди, Стил, на что ты хочешь? Смотри, я предлагаю тебе Фанту и предлагаю Лакосту на Форд и Land Rover. Нет, не давай ему монополию тачек, это по 2 миллиона мы будем платить, вставая. Ты меня совсем за дурочку делаешь? Окей, давай тогда Фанту. У тебя уже дик стоит. Давай, смотри, я тебе даю Фанту. Я не наебал ее. Смотри, я тебе даю Фанту. Но вместо Форда. И у тебя будет монополия, ты сможешь ее улучшать, как Дима. Вот видишь звездочки? И мы по 1,5 миллиона будем платить. Но если я вдруг сейчас каким-то волшебным образом выбиваю себе еще один слот и выкупаю за 180... Смотри, Стива, ты можешь не успеть. Я буду очень богатый. Ты можешь не успеть, Луган, потому что ты попадешь на Диму. Дима сейчас улучшит слот, да, и пизда тебе. 500... Не слушай его! Пока... Да, блядь, ебать, смотри, мой хуй! Ты сейчас можешь British Airways взять и уже по-другому... Он тебя наебывает. Но мне поэтому хочется взять, не получается. Держи, держи Фанту. Возьми Фанту. Выпить. Возьми Фанту. Отстань со своей бутылкой, злой. Ты сможешь улучшать монополию. Он умножает, почему они тебя наебывают, а я не могу наеб... Ну, договориться. Договориться. Смотри. Кроме рофлов тебя наебал Ликс. Да. Я знаю, что Ликс меня тоже наебал. Я даю тебе монополию. Каким образом? Я тебя не наебал. Ты понимаешь, на что ты меняешь? Да, я даю тебе монополию, ты ее улучшаешь и получаешь... Озвучь, на что ты меняешь? Я меняю на Land Rover, на Фанту. А нахуя? Послушай, Фасоль, смотри. Фасолька, хочешь, скажу тебе честно? Фасоль. Поменяй Land Rover на Фанту, это выгодно будет. Это выгодно, это только действительно Land Rover, выгодно. Без Форда. Без Форда, это выгодно, потому что ты можешь улучшать Пепси. Потом мы душим Сэма, потому что нет монополии, и все. Мы втроем уже играем. Давай меняться, ты будешь ее улучшать и получать деньги как Ликс. Видишь звездочки? Сейчас поменяйся. Уже я не вру тебе, Фасоль. Стоп, не Land Rover только, отдавай ему этот внизу, сейчас тебе скажу. Не слушай его, он Форд, тебя уже Форд, наебал один ему. Раз, смысл ему Форд, и верить. Ему. Смотри, как он, смотри, как завелся. Ты Форд, поменяйся, и я обещаю, ты станешь богатой. Я обещаю тебе, поменяйся. Фасоль, запомни, кто больше всего нервничает, тот ищет выгоду. Видишь, да. Я не нервничаю, я спокойно, теперь я знаю, что... Фасоль, меняйся, я тебе дам, ты увидишь, и я не наебал. А у кого Apple? Сэм Пабло. А что мне нужно к Nokia, Apple, еще что-то или еще? Не, все, Nokia, Apple, это уже монополия, все. Сэма, а что ты хочешь Apple, за Apple? А что ты хочешь за Apple? Ну, я Nokia хочу, Ну, давай остановимся на British Airways или Lufthansa. Два, на одно. Ну, иначе никак. Послушай, это обмен. Фасоль. У тебя тогда уже будет почти собранная монополия. А у тебя будет фулл монополия. А у тебя почти собранная. Не, ты British Airways должна купить сейчас, я жду, пока ты купишь. Да, купи British Airways, тогда со Сэмом поторгуетесь. Вот да, смотри, попал этот Сэм и забрал, и Ликс у него кучу денег. Видишь, я забыл улучшить. Ликс я наебал, и в итоге... Вон, вон, я хоп заплатил, смотри ему. Только я забыл улучшить. Обидно. Я опять прошла мимо. Ебать, Самвел тебя обул только что. Видишь, Фасолька, пока ты думаешь, я делаю деньги. Да, да, он прав. Давай Land Rover на Фанту. Не, его не слушай, Сэм. Не послушай, его, Фасоль. Смотри, 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 давай так, статистику, поднимаем статистику. Вот, давай. Вот, вот статистика, смотри. Давай Apple на Форд. Тебя Ликс наебал. Давай я не наебывал Фасольку. Ликс наебал, Ликс по факту наебал. Я не с тобой разговариваю, Фасолька, тебя Ликс наебал, честно скажи. Наебал. Нет. Ну да, не знаю. Ликс пытался наебать и наебал, наебал. Ну если бы мне сейчас подарил вдруг свою Фанту. Смотри, я дам тебе Фанту на Land Rover, это выгодно, ты сможешь ее улучшать. Улучшай, и ты получаешь деньги. Смотри, Фасоль, послушай меня, Фасоль, послушай меня. А что мне нужно к Land Rover? Не надо тебе Land Rover, собери Фанту, Пепси и Колу, все, тебе больше ничего не надо. Знаешь, почему он хочет Land Rover? Потому что ты следующий ход будешь ходить, если туда попадешь, ты 1.5 ляма заплатишь. Послушай меня, Ликс, ты сейчас берешь колу, улучшаешь колу, и у тебя за одну колу дает 1 миллион. 1 миллион, послушай. Я не могу. Смотри, видишь, я улучшал монополию, и мне дало много денег. Видишь? Ты также сможешь улучшать. Да не, послушай меня. Блять, да вы, я пытаюсь ей помочь, блять! Я пытаюсь ей помочь! Тихо, дай послушай человека, дай я тебя слушаю. Слушай, ну это очень жирно, если я буду тебе отдавать и Форд, и... Да-да-да, это... Это жирно, не слушай его, он сам... Я могу отдать тебе Форд и Пуму. Форд и Пуму, отдай ему всё. Отдай ему Форд и Пуму, Фасолька, реально. Фасоль, я пытаюсь тебе помочь. Самвел, давай Форд и Пуму. Фасоль, ты меня слышишь? Стой, дай послушай, что он тебе предлагает? Смотри, Фасоль, меня слышно? А да. Ты хочешь отдать ему Пуму? Нет, я хочу Самвелу предложить. Отдай ему просто Пуму. Форд и Пуму. Я давай, Самвел. Возьми, не, давай, я тебе даю монополию целую. Я тебе отдаю твою монополию. Самвел всегда. Ты сможешь ее улучшить. В обмен на Форд ты хочешь у меня... Не, я забираю Форд, а тебе даю монополию. Я тебе даю монополию, чтобы ты ее улучшала. Видишь, только звездочки? Отдай ему после того, как пройдешь Land Rover. Смотри, отдай мне Land Rover или Форд, я тебе отдам Land целую Rover монополию. Не отдавай ему.
Видишь, у меня монополия уже по 5 тысяч, по 5 миллионов забирает. А ты сколько? Сможешь тоже. Слушай, а то, что ниже тебя, Новотель, это что твое, да? Это Дима. Это мое. Это Дима. А, он это... тебе не отдаст ни в коем случае. Не надо, но не слушай. Я могу тебе отдать, если хочешь. А он не слушал его словам, не слушай. В смысле? На что? Я готов ей отдать. На что? Если только Рэдисоном, она про Рэдисона договорится. Меня не хотят слышать. Меня не хотят слышать. Надеюсь, что... Алло. Значит, это, ты, у тебя будет монополия отеля, если ты договоришься там с Рэдисоном. Микрозлоте, не слышно. Алло, 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 меня слышно? Не-не-не, не слышно. Рэдисон, Артур. Я по стриму слышу. Алло, 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 алло. Алло. Слушай, Артур. Да. Слушай, я хочу у тебя Рэдисон. Давай Рэдисон на Land Rover. А, фасолька Рэдисон и Пуму, пожалуйста. Ой, и Лакоста забери у него. Я тогда на Форд тоже. Я потом меняю Пуму и Лакоста на Новотель и Холидей. Злой, у тебя время, злой, злой, быстрее ходи. Я даю, даю тебе, меняемся. Не, подожди. Нет, а у меня Форд хочет забрать. Он я даю тебе Рэдисон и Лакосту. А что он хочет забрать? А что он забирает? Рэдисон и Лакосту а даю, да. А он забирает мне Land Rover и Форд. Да. Нет, отмени, ты что, он тебя разводит? Land Rover, ты роплешь, я хочу собрать монополию. Ты куда, он 2 миллиона, он все, тебя... я не буду тогда больше торговаться. Тишину! Смотри, Фасоль, смотри, я даю тебе Фанту, и ты уже в монополии, понимаешь, Фасоль? Ну, хорошо, давай Фанту на Пуму. Нет, Фанта на Пуму не будет, мне невыгодно это, и тебе тоже. Фанту на Пуму дай. Потому что, смотри, смотри, слышишь меня? Смотри, я даю тебе Фанту, ты даешь мне или Land Rover, или Ford, и ты уже можешь строить монополию, как я строю, послушай меня. Land Rover это дохуя, понимаешь? Фасолька, он договор хочет тебе поставить, это Land Rover. Посмотри, сколько я с Land Rover получила и сколько ты с Фанты получил, посмотри. 160 с Фанты, послушай, ты сможешь улучшать Фанту и получать по пару миллионов, ее надо улучшать, это смысл игры улучшать. Зато ты, если один раз улучшишь, я не могу улучшить, машины не улучшаются, машины не улучшаются. Ну тут он прав, тут он машины прав, не улучшаются, она будет статичная цена и все. А ты сможешь улучшить и получать по 5 миллионов, если ты их улучшишь. И если кто-то один раз попадет, он проебет дохуя бабок. Злой, злой, да. Смотри. Фанта и Рэдисон на Форд. Форд и Land Rover. И Пуму. На Форд и Пуму. И Land Rover. И Пуму. И Пуму, давай. И без Land Rover. С Land Rover? Нихуя, я тебе 6 тысяч даю в деньгах, а ты мне даешь... Не, ты опять забираешь у меня. Я тебе даю 3 монополии, 3, подумай. Я тебе даю 3 монополии, 3. 3 монополии вместо 2. Я тебе даю 3 монополии. Ты мне даешь 2. Я даю больше, чем ты мне. Подумай сама и посмотри. Она тебя наебывает. Я тебя не наебываю, они тебя наебывают. Мое экспертное мнение, как человек, который в эту игру играет 5 лет, ну это наеб. Возьми и поверь мне, ты будешь улучшать сейчас Фанту и будешь зарабатывать дохуя бабок. Поверь мне просто, и все. Дима, а ты от меня что-нибудь хочешь? Знаешь, каждый биржую, я пиздец как биржую. Ну, на что ты мне на отеле вы... Не, у Димы все нормально. У Димы, Димы все охуенно, Дима сейчас выиграет. Я бы тебе, я за Лакоста готов и за Пуму отдать тебе на отеле и Холидей Инн. Тебе это не надо, поверь мне, поверь, не надо тебе. Потому что они боятся, что там монополия. Хорошо, будет. Злой, предлагай опять обмен. Блять, опять. Ну сейчас я злому заплатил. Похожу. Сюда, джекпот. А ну ебаш, брат, ебаш. Отказался. Мне сейчас повезло. Ага, фасолька, заметила? Заметила? Сука, проскочила. Видишь, расходы пошли. Смотри, давай, я тебе так, даю Лакосту, да? Даю тебе Фанту и Рэдисон. Вот так. Я тебе даю больше. Постой, я тебе отдаю все, что ты хочешь. Я отдаю все свои активы тебе. Блять, погоди, Land Rover мне нужен. Не понимаешь? Нужен тебе он. Он мне нужен, чтобы монополию собрать. Если... Машины не улучшаются, она бессмысленна. Дай ей машины, а дай ей машины. Машины не улучшаются. Не слушай Диму. У Димы монополия, он уже знаешь, 2 почему? Миллиона, блять, зарабатывает. Знаешь, почему ее? Знаешь, почему не улучшается? Погоди, отели, это Новолеты и что еще? Нет, Рэдисон я тебе отдаю. Фасолька, послушай, если он забирает 4 машины, у него каждая тачка по 2 миллиона, когда ты на нее встаешь. Это у него... Да не слушай ты Диму, Дима тебя наебал, у него монополия одного, у нас нет монополий. У него на каждой стороне, у него на каждой стороне... У Димы монополия, послушай, у Димы монополия, он уже зарабатывает по 2 миллиона, если туда станешь. У тебя нет монополии, тебе она нужна, я тебе даю Фанту для монополии. Ты опять зарабатываешь, дружище. Я даю тебе Фанту для монополии, и отдаю тебе Рэдисон и Пуму, и потом меняешься с Димой как хочешь. В обмен на машины. Я даю тебе 6 тысяч. 6 фасоль, миллионов. Пожалуйста, послушай меня. Не я слушай новичкам, их, Фасоль, я даже не думай. Новичкам. Да я новичкам помогаю. Да под... нахуй. Хорошо, Стил, выскажись, выскажись. Что, Самвел, что, Самвел, выскажись. Что меня что слышно? Ты хочешь сказать? Говори, говори. Что он тебе предлагает? У тебя опять наебут, походу. Я предложил и Рэдисон. Не перебивай меня! На Land Rover и Ford. 3 на 2.
Фанта, Редисон, Лакоста, но так, если ты... он тебе хочет дать Редисон. Редисон, Лакосту и Фанту. Лакосту и Фанту. Ты же понимаешь, что ты получишь выгоду только с Фанты. А это остальное тебе накидывают для массы, чтобы у тебя забрать... ты получишь это, чтобы меняться с Димой, знаешь? На что ты хочешь. Да, нет, я не буду. Все, я все, все отмену. У меня денег не хватит, Грейди. Дима, не будет меняться. Все соглашения отпадают. Тогда Фанта на форт. Давай я тебе дам вот так. Нет, никакой Фанты на форт. Посмотри, он тебе просто накидывает весом, понимаешь? Типа, чтобы, ну, я тебе... Ну да, он получит Фанту и Лакосту, Лакосту, блядь. Да, а по факту ты получишь эту Фанту, которая стоит копейки. Я даю тебе монополию, фасоль. Я даю тебе монополию. И чё? Ты её можешь улучшать, дал... блядь. Если бы ты мне дал монополию из машины... Машины бесполезные! Но почему ты их собираешь? Потому что у меня нету монополии, я её не получу, а у тебя есть монополия, ты можешь её получить, я не смогу больше получить монополию. Машины, машины здесь самые проходимые, смотри, объясняю. Ладно, поебать. Я играю в эту игру 5 лет. Оплати. Фасоль. Я сейчас был богатый, а почему у него так много денег? Потому что он тебя наебывает и зарабатывает на этом деньги. Что, блядь? Он меня еще не наебал ни разу. Да, но он готовится тебя наебать. Я даже не пытался, нахуя мне новичка наебывает, ты тупой, я лучше тебя наебу. А ты Ликса попроси, нахуй он наебал, у него монополия, он нас ебет. Ну потому что Ликс без чести, а я, у меня есть честь. Ох, было жестко, блядь. Окей, я могу тебе отдать машины, слышишь, фасоль, слышишь? Грейдить. Что? Я могу отдать тебе все свои машины. Послушай, я отдаю тебе все свои машины. А, нет, блядь. Я отдаю тебе... Хочешь машины? Сюда. Я отдам тебе машины взамен на Пепси и Колу. Хочешь? Послушай, он тебя пудрит мозги, он тебя... Смотри. А какие у тебя машины, скажи? Мерседес и Ауди. Взамен на Пепси и Колу. О, нет. Видишь, как они заговорили? А где а знаешь почему? Потому что у него ряд линий. Мерседес и Ауди зеленые. У него целая линия будет зеленая. Да, у него я тебе отдаю все машины. Посмотри, это видишь, как они заговорили? Нет, а ты можешь согласиться? Соглашайся, Фасолька, отдай ему. Пускай он тебе тачки отдаст. Фасолька, ты видишь, как они заговорили, когда я тебе хотел отдать Фанту, они говорят, это невыгодно, а сейчас типа, ой, это вообще пиздец. Потому что у тебя ряд зеленый будет. У тебя уже не Гуччи наверху, ты охуел. Посмотри. А, он тебе хочет... Послушай, мы можем обменяться Фанта на Форд, или я отдам тебе машины. Хочешь, я машины тебе отдам вместо Колы, Фанты и этого? Кола на... Кола Пепси на обмен на Ауди и Мерседес. Хочешь? Фасоль. Я думаю, Кола Пепси обмен на Ауди. Кола Пепси, Ауди... Смотри, послушай. У него будет две монополии, у тебя... Тачки? Нахуй тебе нужны, блядь? Тачки тебе не нужны, я вот поэтому и говорю, нахуй тебе эти машины. Нет, ты... Ой-ой-ой-ой. Все, теперь смотри, Фасоль, теперь на твоем ходу. Не, я знаю, что ты мне наебал, погоди. Нет, я тебя не наебал! Когда ты будешь. Послушай, Фасоль, когда ты будешь ходить, нажимаешь на колу и нажимаешь построить. Поняла? Это он прав, это он правильно говорит. Но, блядь, как он тебя наебал? Я не наебывал ее ни на секунду. И по единичке он уже хочет платить, смотри, получать. Ага, Дима, здорово, брат. Здорово. На что сидишь? Да, так чисто отлетел. О, нажми на колу, стой, надо было на колу нажать. Блин. Вот, смотри, Фасолька, смотри, Фасолька. Что ты сделала, Фасолька? Смотри, Фасолька. За что так боролась, я ему это не продавала, Так у него, коэффициент. Рента. Ну, увеличилась. Что поделать. Ну, так вот. Смотри, а сейчас ты ему уже не нужна стала, смотри, вообще ноль комментариев. Конечно, он же уже собрал, ты что? Смотри, Фасолька. Поматросил и бросил, Фасолька, послушай. Но, я вижу твое довольное лицо. Фасолька, послушай. Лезь ко мне. Нажимаешь на колу, Фасолька, нажимаешь на колу и улучшай ее. Когда ты нажмешь на колу, улучшай. Я просто думала, в любом момент можно это сделать, давай. Не в любой. У тебя денег нет, не улучшай. Не, почему мне 2 косаря? Есть у тебя деньги, улучшай, это ты должна с них фармить бабки. Мало. Смотри, он бы сейчас попал на колу и отдал бы в 2 раза больше, блядь, или в 3. Ну, это не жалко мне дать, я готов ей 1000 дать, мне не жалко. Ну, типа, не, я новичку, мне не жалко новичку помочь, я не знаю, почему они тебя... Ага. Ну, по факту, у тебя сейчас есть, да, монополия, Фасолька, но... Я ей помог, а меня все срут, вы чё, суки, блядь? Но у тебя, ну, у него больше монополия, видишь, у него 5 миллионов с одной монополией, видишь? Ага. А у тебя всего 280 тысяч. Блять, проскочил. И у него все тачки, смотри, если он сейчас может ходить, типа, ну и дудусь. Угу. Ну ничего, ах, блять. Ну, вот это, типа, British Airways поляли неплохо меня, было бы. Поляли меня. British Airways, надо, чтобы ты забрала, слышишь? Тогда с тобой нормально договоримся. Ага. Лекси, как дела, брат? Нормально, спасибо. Типа, равноценный обмен будет, у тебя будет целая линия, а у меня сегодня.
О, видишь, Пепси улучшила. Плюс 700. Улучшать надо еще раз было, фасоль. Смотри, смотри, что отдала ему. Что отдала ему. Фасоль, надо было еще раз улучшать. Я думаю, что злой такой громкий, надо его почистить. Да-да-да, он вообще душит. Ага, Артур, 220 тысяч. А он у меня на 160, обалдеть. Заметила? Смотри, фасолька, если бы сейчас у тебя было бы больше машин, я тебе сейчас не 250 дал бы, а 250. Ой, блядь, как же он стелит, сука, как же он стелит. Я факты говорю, злой. Как же он стелит. Ага, почему у Димы денег нет? Смотри, заметила, Дима тоже попался, это самое ходовое место. У Димы 50 денег нет. У меня уже не... О, вот так вот делаем. Меня проскочили все монополии. Играй, казино. Да я не выиграю. Похуй, ты фартовый сегодня, давай. Нет, я не выиграю, я знаю, я уже пыталась. Ага, у Дмитрия все с деньгами проблемы. Дмитрий, я могу... Дмитрий сейчас один раз попадает на Гуччи, блядь, и ему пизда, нахуй. Так нет, сейчас вы ко мне попадите. Нет, Дима, ты сейчас разочек на Гуччи заедешь в гости, блядь. На Гуччи, блядь, давай на Гуччи. У меня все нормально. Фасоль, улучшай, молодец. Ну. Ага, видишь? Молодец. Продай, стой, продай, видишь? Макдональдс и продай British Airways. Просто заложи их, заложи их. Не, Пуму заложи. И Пуму тоже заложи. Пуму, да. Залаживай. Еще заложи авиалинии, залаживай и Бургер Кинг. У тебя денег мало. У тебя надо заплатить. Все, заплати, все, хватает, тебе хватает, все. Видишь, я не наебываю, блядь, мне не выгодно. Зачем мне тебя наебывать? Ебать. На Диму можно сейчас попадать. Ага. Не было, не. Сюда нахуй. Блядь, да ты сюда, заебал, Йосиф. Сюда, блядь, нахуй. Ха-ха, сюда. Злой заметил? В тебе есть желчь, и она, ну, типа, тебя отталкивает. Ага. Какое путешествие, нахуй. Как же, блядь, дайте мне, пожалуйста, British на мою Airways. Станцию. Пиздец. Все, так можно договориться. О, слушай, а ты хочешь Apple на... Не-не-не, тебе надо отдать ему лучше Nokia. Она слишком дорогая, ты не сможешь ее улучшать. Нет, я хочу... А ты не сможешь и British Airways улучшать. Давай, фасоль, не стоит, сейчас, а он там загрейдит все. Да шли его нахуй, фасоль, он хочет тебя наебать. У тебя не хватит денег для апгрейда. Блядь, да хуя, равноценный обмен, монополию. Фасоль, он хочет тебя наебать. Монополия на монополию. Он хочет тебя наебать, фасоль, даже не думай. Хочет, а вы ее уже вдвоем наебали, блядь. А я, слушай, даже, да, не... Я, хочу... а я даже не наебал, да? Фасолька, у тебя нет денег, чтобы грейдить. Ты не сможешь грейдить. Ну, ты не... А он я сможет. Тебе даю Apple, а я тебе даю Apple за это. Ну, Фасолька, он сможет грейдить, нормально. Ты встанешь туда и все. Идея нормально, я не знаю, ну типа... Ну даже ты сейчас говоришь, я же понимаю, что это не очень выгодно, да? Я? Да, ты наебщик, Сэм. Можем наоборот. Слушай, ты можешь мне еще денег накинуть? Не, мы можем наоборот сделать, слышишь? Я могу у тебя Nokia забрать. Ну, типа, мне без разницы, реально, на самом деле. Нет, я тебе так на что мне менять Nokia? В чем мне смысл? Nokia, продай ее просто за деньги. Нет, тихо. Ты мне, смотри, ты мне Nokia даешь, а я тебе British Airways и American Airlines. То есть у меня будет full slot. У тебя будет так вот список. Ну, мне выгоднее так, типа. Я тебе честно говорю, мне выгоднее построить там. Да, я тебе предлагаю последний раз подумай сама. Ну, типа, мне... Не, похуй. Предложи еще раз, я хочу обнять все-таки на... Стой, за деньги! Продай ему за деньги лучше! За деньги продай ему! Я деньги не предложу! Я деньги не предложу! Блядь, ну ты не сможешь улучшать две у сразу! Нее, смотри, ничего, смотри! У меня идет ряд в три! У тебя все нормально, послушай, фасольки, смотри, у тебя на Nokia 1000, это уже базовая, прикинь, у меня 1000! У меня Nokia, только... Apple, Land Rover, и с другой стороны у меня Coca-Cola, у тебя целая монополия! У тебя только сейчас... улучшай их! У тебя сейчас все хорошо, но смотри, хорошо. Смотри! Не трогай Nokia и Apple! Если да, ты будешь улучшать, у тебя деньги, нет. У тебя деньги, да, все, видишь? У тебя, типа, говорит, я тебя наебал, охуеть, хоть раз кого-то наебал? Наебал он тебя. Ну... Не, где я наебал? Посмотрим. Я ей дал бизнес, который стоит дороже, чем мой, чем который забрал. Вот не, бы не попался ни на кого, пожалуйста. Да, блядь, у меня вообще пролетают все мои монополии. Пойдет. В обратном направлении. Ой, блядь, забыл опять, хорошо. Я забыл улучшить, ну что такое? Сэмчик, давай ко мне в гости, блядь, давай в гости, блядь, сюда, блядь! Сэмчик, красава, пришел. Сюда! Монеточки! Сюда! Мне не жалко, злой, блядь, ты так просто, ну, типа такой жадный. Оп. Слышишь, я могу выкупить у тебя Land Rover, фасоль. Я могу выкупить за деньги выкупай, у тебя Land Rover. Не выкупай. У тебя будут деньги, чтобы улучшать, фасоль. Лучше заложи ее, заложи в кредит.
Смотри, я даю тебе, ты даешь мне Land Rover. Слушай, я буду очень жирно, если я дам Land Rover. Я тебе отдам деньги, я отдам тебе 3000 за него. Фасоль, не, не дам тебе Land Rover. 3000 даю, ты можешь улучшать монополии, фасоль. Нет, я не отдам тебе Land Rover. Ты сможешь улучшать монополии. Я не отдам тебе Land Rover. Ну ты сможешь улучшать монополии. Тебе не дадут, я телохранитель, отстаньте от нее. Ты наебщик ее, блядь. Ты... Вам не дадут Land Rover. Послушай, фасоль, я дам тебе деньги, за которые ты сможешь улучшать Nokia, Apple и Фанту. Нет, не дам. Тебе невыгодно это, да? Не дам. Конечно, невыгодно. Ты Она тебе ничего не даст. Тогда я тебе еще лакоста дам, хочешь? О, смотри, как накидывает сразу, а? Все, понятно, блядь, все. Чувствуется наёбка как будто, да? Все, скип нахуй. Никто не хочет меняться, мне похуй. У меня дохуя денег. Аккуратней, фасоль, они обман на каждом шагу. Хочешь, тебе 5000 дам за Land Rover? Хочешь? Нет. Сюда. Блядь, ну я не понимаю этой логики. Ты бы сейчас, блядь, просто улучшала. Улучшай что-то. Улучшай. Фасолька, что? Видишь, он тебя наебал? Помнишь, фасоль? У них сейчас 15 тысяч на счету. Все. Сюда. Да! Сюда. Вот, попалась на наеб. Вот теперь и на наеб попалась. Это не наебка. Это не наебка, да, фасоль. Это вообще-то моя ебала. Как это было, ты ее наебал ее тогда, блядь? Вообще не наябывал. Ты ее наебал. На монополию, так же, как и злой делает. Нет, ее наебал на монополию, я честным трудом ее занял, а ты ее наебал, Лиз. Подожди, это моя наебал. Вообще, каким честным трудом ты обманул ее? Как обманул меня? Невея Гуччи моими руками! Невея Гуччи, Фенди, Худи. Продавай Nokia, закладывай Nokia и вижу, мне варианты нет. Слева все закладывай, слева все. То чувство, когда я пытаюсь тебе помочь, все тебя наебают и, да, злой, понимаешь? Конечно. И ты мне не веришь, и ты мне просто не веришь, а зря. А в принципе, слушай, очень он, зря. Он пытается выиграть, просто пытается. Не, нихуя, выиграть, почему-то ты сейчас 5 миллионов ликсу платишь, а не мне. Ну, потому что встала на бабки. Потому что ты ее наебал тогда на ВК, блядь, и она платит. Она попала на бабки. Наебал ты ее, давай не рассказывай, блядь. Она просто попала на бабки. Просто попала на бабки. Ну, и сам видишь, я плачу не меньше. Видишь, заметила? Ликс только, зарабатывает, блядь. Типа, фишка в том, что... Так ё-моё, сейчас сидит... Сейчас сам меня наёбывает. Сейчас коронавирус, все дома сидят. Естественно, ВК, Фейсбук растет в цене и дороже платить. Ай, не пизди там, давай сюда, заедь нахуй на Гуччи, конечно, блядь. Вот, видишь, фасоль. Фасоль, я могу выкупить у тебя Land Rover за 5000, хочешь? Он... У тебя будут деньги, чтобы улучшать. Я выкуплю. Тебе он не нужен. Он приносит всего лишь 250 монет. А я тебе даю 5 миллионов. Хочешь? Мне нравится, что у меня 3 в ряд там стоит. Шанс больше. Они... Да, нет. Не шанса нет. Они... Ты уже их заложила. Они ничего не приносят. Тебе нужно улучшать Пепси и Колу, чтобы быть на плаву. Понимаешь? Тебе не нужен этот Land Rover. Посмотри, как он завелся. Блять, конечно, завелся, потому что она сейчас проебет. Да, хоть ты так за это переживаешь. Блядь, это тебя это волнует. Да, злой. Ты играешь в первый раз. Смотри, я даю тебе максимум. Какой ты милый стал, а когда до этого ее наебывал? Ты до этого ее наебывал и даже не... Ладно. Ребят, стойте. Ни чуть-чуть секунду, не пожалел, блядь. Помолчите секунду, помолчите. Я знаю, что вы втроем меня наебываете. Вы можете не притворяться. Фасолька, почитай мой чат! Там говорят правду! Я единственный, кто тебя не наебал, честно. Фасолька, это единственный, кто тебя наебал! А где я тебя наебал, скажи? Фасоль, он единственный, кто тебя наебал! Где я тебя наебал, фасолька, скажи просто. А, ну, с тобой еще мы не успели, у нас более или менее выгодно, я просто... Я даю тебе, 4000, и ты улучшаешь все, что у тебя есть. Улучшай, понимаешь? Ты сейчас попадаешь... мало. Это максимум, мало. Я не могу дать больше двух. Я... Он сто... Подожди, он стоит 2000, я не могу дать больше, дай чем X2. Дай ей сверху, что-то. Лакосту дай ей еще сверху. На лакосту тебе еще. А, я не могу дать ей, потому что, понимаешь, у нее Land Rover стоит 2000, а ну я могу да, максимум это отмазки, дать... Да это отмазки. Чел, ты долбоёб! Я не могу дать больше, чем X2! Это не дается физически, тебе, потому фасолька, что игра... Он тебе пиздит, фасолька, он пиздит. Ты можешь дать лакосту, и ты можешь да. дать... Да, Мазду, Гуччи, не верю. Фасолька, он тебе так пиздит. Дай ему 3 кафа, дай ей... Разница между суммой предлагаемой и запрашиваемой не может превышать 50%. Фасолька, он... Это ты придумал, блядь, это... Я дам... Они тебя наебывают, фасоль! Я тебя не наебываю! Ты смотри как. Я даю тебе деньги, ты можешь улучшать. Ты сейчас один раз попадешь на клетку, ты будешь залаживать уже все. Слышишь, олигарх зажиточный? Смотри мне! Фасолька, у него 15 миллионов, он тебе сколько предлагает? 4? Могу. Дай ей десятку, братан, она тебе отдаст все. Могу я предложить тебе 3000. Он не может предложить мне 10 тысяч. Может? Не могу, потому что тебе надо мне что-то давать взамен, я не могу. Да, взамен, предложи. Дай взамен, значит. Все давай взамен. Бургер Кинг. Послушай, фасоль, не слушай их вообще нахуй. А, погоди, ты же можешь дать мне 4000 и плюс очень много своих филиалов. Не могу, не могу. Смотри, как я тебя наебываю.
будет, блядь. Можно, я не могу это сделать, потому что я не могу дать больше 50% от стоимости продукта. Так нажми Nokia, на Nokia еще. Я, смотри, я забираю у тебя 2000, а даю 4. Я не могу дать 5, потому что это в 2 раза больше. Хорошо, сделай... Смотри, делай так, давай я тебе даю Land Rover, ты вбиваешь 4000, даешь мне Лакосту и даешь мне, допустим, Бургер Кинг. Давай, да, да, только тебе надо давать мне что-то взамен, чтобы оно не было, понимаешь? Ну попробуй просто сейчас так нажать. Давай. Так он пиздит. Нет, ты сейчас просто мне 4К на Land Rover предлагаешь. Ну да, да, потому что я не могу больше. Да, видишь, видишь. Боже, я попробовал. На стриме смотрю, чтобы ты хотя бы нажал. Блядь. Он даже не пробовал, он даже не давай, пробовал. Давай, я смотрю, нажимай. Я не могу, я 3 раза предложил торговать, мне нету. Постолько, он, блядь. Посоль, смотри. Опять наёбывает. Злой, хватит наёбывать. Посоль, смотри, ты один раз попадаешь на клетку, и ты проёбываешь игру. Я тебе говорю. Я знаю, один раз. Я тебе я даю тебе деньги, чтобы ты улучшала свои филиалы и зарабатывала с них деньги. Потому что у тебя нету дохода. Они тебя наёбывают, блядь, просто манипулируют тобой. Я предлагаю тебе нормальные движухи. Нахуя нам это... Нахуя надо? Ты видишь, как они, блядь, как они работают сообща. Проси у него все, проси у него Редисон, проси у него все вообще, проси на... Я могу это отдать, но тебе надо предложить взамен, чтобы это было не больше 5. Я не могу, чтобы ты у тебя был 0, а у меня все, потому что. Потому что тебе не выгодно, братан. Я понял. Редисон, Хёндай, блядь. Ребята, вы меня все наебали. Я только что сама лично попробовала, вы меня наебали. Понятно, блядь. Вот так, молодец, выебала их, блядь. Подожди, в плане чего наебали? В плане чего? А если вот так вот. Алло. Ну попробуй, у меня 0. А у тебя 5000, попробуй. Я тебе сказал схему, ты должна ему отдать Nokia, Apple, он тебе сверху бабок накинет, и еще и Lacoste отдаст. Он не может так сделать. Может, я знаю, как он это может сделать. Так нет. Сделать, фасолька, он не хочет. Могу, как же они тебя наебают, грязно. Тебе... Пиздец, блядь. Включи экран в Дискорде, я тебе скажу, как это сделать. Я фасоль, знаю, ходи, у тебя сейчас кихнет. Делай что-то, фасоль. Ходи, ходи, фасоль, у тебя сейчас кихнет, блядь, там время. Молодец. Да, я хотела предложить тебе, только хочешь, так у меня теперь нихуя нету. Вот теперь... Заложи Land Rover, я его все равно выкуплю 2 раза X. Заложи его. Я его все равно выкуплю. У меня уже вариантов нету, блядь, пиздец, меня все наебали. Да кто все тебя не наебал? Ты его заложила, я теперь могу только 2000 предложить максимум. Я могу у тебя что-то забрать, блядь, чтобы предложить еще денег. Хочешь? У меня больше нечего тебе предложить. Я заберу у тебя Бургер Кинг и предложу тебе 4000. Они все равно закуплены. За Бургер Кинг? Они все равно, они не приносят тебе доход, я тебе даю деньги, чтобы ты улучшала филиал свой. Ты будешь улучшать? А ты сможешь просто на Бургер Кинг мне 4000? Дай ему просто, пускай просто бабки даст. Дай мне Land Rover, мне нужен Land Rover. Мне нужен Land Rover, я даю тебе. Я знаю, что он тебе нужен. Нет, я не могу тебе дать Land Rover, это очень жирно. Он у тебя нихуя не приносит. Зато он тебе пиздец как приносить будет, понимаешь? Потому что ты все равно проиграешь, я тебя хотя бы пытаюсь на плаву держать, я тебе дам деньги, чтобы ты улучшала Кока-Колу, Пепси и Фанту. Ты пытаешься получить выгоду с того, что я хотя бы проиграю, и ты хоть что-то будешь теперь получать. Нет, я пытаюсь тебе помочь, чтобы ты улучшала свою... А мне нечего улучшать. Я тебе дам деньги, чтобы было. Смотри, я заберу у тебя весь выкупленный бизнес и дам тебе 6000. Не могу 6, дам 5. 600, нахуй. На все, что ты продала, на все, что ты продала, что тебе нахуй не надо. Тебе надо сосредоточиться сейчас на Coca-Cola, Pepsi, Fanta, чтобы их улучшать, понимаешь? Чтобы зарабатывать деньги как Ликс. Видишь, у него 3 звездочки, 5 миллионов. У тебя надо эти звездочки, этот бизнес, который у тебя сейчас Фасолька, есть, который закрыт, он честно. Тебе не нужен. Фасолька, можно я тебе кое-что скажу? Честно, это уже проигрыш, потому все, что теперь... у тебя не подъем ситуация. Он у тебя сейчас отжимает последнее, как просто... Так вот, я вот... все равно уже проиграла, Ликс, не пытайся. Нет, ничего. смотри, нет, Фасоль, сейчас... До первой игры хорошо. Фасоль, сейчас ты должна просто улучшать. Улучшать Кока-Колу, Фанту и Пепси. Хорошо, как бы ты ни кричал, мне теперь нужно как-то этот стол обойти и не наткнуться на вас. Так что... Фасоль, я тебе просто дам 2 миллиона, не работай с ним. Просто дам 2 миллиона тебе, не работай с ним, пожалуйста. Я тебе могу помочь. Видишь, Ноки, ты задал Ноки, а я попался в нее. Да-да. Ты же не можешь мне просто так дать денег. Улучшай, пожалуйста, улучш Кока-Колу. А я тебе просто так дам. Фасолька. Улучш что-нибудь. Напиши мне 2 миллиона, я тебе дам сейчас просто так. А он не даст тебе 2 миллиона просто так, это невозможно. Ты согласилась с ним, что ли? А, ну фасоль. Ликс, ты бы пиздел, у тебя 7 лямов, сука, дает ебаная птица. Ты мне будешь говорить, что я ее наебал? Да, ты ее наебал. Ты ее вначале наебал, сейчас ты пытаешься, типа, знаешь, загладить свою вину. Это так выглядит. Это так выглядит, Дикс, блядь. Я думаю, что твои старые схемы не знаю, блядь. Ромочка, привет, брат. Спасибо за рейд, хоми. Фу, живая. Я могу дать тебе еще денег. Накинь ей бабок. Он не может накинуть мне просто так бабок. Я не могу.
О, да может что он это? Все. Может, за Nokia и за Apple. За Nokia и за Apple. Все ты ее все равно может. Не восстановишь. Ты ее уже не восстановишь, фасоль. Спасибо, Ром, за рейд. Я могу накинуть, я могу накинуть тебе денег. Давай фасолька мне продай, Nokia Apple. Не, я ебал накидывать. Не, ну, принципе, не, ну нахуй, оно продано, я ебал. Блять, Йосип ебучий, блять! Давай на Land Rover, блять, покататься не хочешь, блять? Сэм, иногда... Сюда, блять, верни мои бабки, блять! Сэм, иногда наступают тяжелые времена, когда надо объединиться. Дмитрий, я согласен с вами. В наш бизнес пришла акула, которая хочет сожрать. Я согласен. Мы какие должны ваши, объединиться. Алло, какие, фасоль, какие, мы с тобой вместе какие будем. Идеи, Дмитрий? Фасоль, мы объединимся и выебем их в next игре, я сказал. Я готов понять, помочь фасольке. Я готов выкупить ноги. Он дает тебе руку, за которую я сам укусит, деньги. Блядь. Нет, Дима, нет. Ой. Я согласен с вами, Дмитрий, это неплохая идея. Либо хотя бы просто Nokia за 2 миллиона. Нет. Я вам даю 2 нет, миллиона, нет. Фасоль. Фасоль, просто 2 миллиона. У вас остается одна. Просто смотри, она сойдет с лотка, и я ее уже бесплатно куплю. Нет. Понимаешь? Фасоль, они пытаются обмануть твою честь, понимаешь? Они пытаются тебя обвести вокруг пальца. Эти два взрослых мужчины. Они виделись в реале, они не такое делали вместе. Поверь мне, они хотят тобой воспользоваться. Единственный, кто тебе помог, меня, это я. Я не хочу пользоваться никем. Фасоль. Ты ее наебала, боял. Улучшай, улучшай сейчас свои филиалы. Блин, сюда, лох, блядь, сюда, давай, нахуй, давай, нахуда, блядь. Пизди, смотри, сейчас нормально как будет, сейчас станешь на Facebook чисто аккаунт завести свою страничку, давай, давай. Надо страничник какой-нибудь завести. Да-да-да, лендинг сделать. Ты улучшила, молодец. Блядь. Я не знаю, фасолик, зачем ты его веришь каждый раз, ну типа... Вот, пожалуйста, Димаш, смотри, как зарабатывает. Блять, Сэм, да, неплохо. Летела шестерочка сюда. Видишь, как Диман зарабатывает на твое... На твое... Это на тебе он зарабатывает, ты понимаешь? На тебе. Это на тебе он поднял бабки, фасоль. На тебе. Это на тебе. На твоей доверенности, на твоей... На твоей правде. Понимаешь? На твоей правде и на твоем успехе. Я жду, пока вы хоть на что-то попадете у меня, так что ходите. Вот если бы у меня сейчас Nokia была, было бы, конечно, круто. Поэтому Nokia Apple я никому не отдам в любом случае. Да уже поздно. Нет, умоляю. Если вы хотя бы три раза попадете, будет уже неплохо. А у тебя она светит, если ты не выкупишь. Ага, я знаю. Да забей хуй на нее вообще, блядь. Улучшай колу фанту. Колу фанту улучшай. Да, пацаны, новичка легко наебать. Блять, блядь, как же ты заебал, Ликс, блядь, как же ты нахуй заебал. Не бать, вот это у него смех жесткий. Сюда. Нет. Видишь, фасолька, вот и все. Фасолька, это рандом. Тебе нужно... А, видишь, как заговорил уже рандом. А, это рандом. Это рандом, фасолька. Рандом уже. Я забыл Адидас, пацан, не увидел, что Адик был. Стой, есть. Ты можешь продать кому-то Nokia или Apple. Ликс, дай мне, пожалуйста, фасолька. Я продай тебе... ему Apple или Nokia за деньги и выкупи это. Ну и расплатись. Мне нужно и то, и то продавать. Я тебе дам все, все бабки. Он тебе отдаст бабки, и ты просто это выкупи. Это нормальная сделка. Да суть в том, что мне ему надо и то, и то отдавать. Я тебе отдам все, куплю, готов. Отдавай ему то и, и деньги, пускай он. Договор, договор с ним сделай и забери деньги у него. Apple отдавать, да, Ликс? Ну, я тебе готов заплатить деньгами без проблем. Да! Ну, все, это пизда. Сейчас чисто бизнес-бизнес. Ну? 6К ты хочешь? Да! Это нормально. Это нормально за монополию, блядь. Все правильно сделал. Ну ладно, теперь на удачу сижу. Адидасик. Я сегодня уже проиграла, так что похуй. Блять. Улучшай, фасоль, не забывай улучшать, пожалуйста. Мне денег нет. Ага. Ой, Дима сейчас на машинке прокатится. Ебануться, как далеко он поедет, блять. Как же Дима сейчас поедет кататься? Да, все красиво. О, ля, улучшай, на базу. Улучшай, 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 фасоль. Так у меня не хватит денег, если я сейчас попаду на... Тебе так и так не хватит, ты пролетишь, не бойся, улучшай. Ты сможешь потом это продать все равно. Все улучшения ты можешь продать. Похуй. Умница. А, похуй. Молодец. Это молодец, опять тебе денег дала. Какая разница, пацаны, если бы не я выкупил, злой бы выкупил их. Ебать, сюда по 500 нахуй.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блядь! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блядь! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было близко. Как же Ликс хочет прокатиться на пиздатой карете под названием, не знаю. Да и не злой. Да ты заебешь, блядь. Отдайте мне нахуй Адидас. Блядь, да вы заебали, серьезно! Сюда, блядь! Улучшай. Бля, я, кажется, к фасольке еду. Мне бы пролететь, пожалуйста. Ага. Я только что это продал, кстати, ради тебя. Ведь заметила? Блядство. Ну все равно попался, но не мне. Не, нормально, нормально. Продай мне Макс, слышишь, брат? Я? Да. Да, дешево. Ну, типа, критическая ситуация. Ликс, мы можем с тобой что-то придумать вообще? Нет. Ах ты ж черт, блядь, сука, да ебаный сник. Ахуй, ты хотел, ты фасольку наебал, я не хочу, чтобы... Охуеть, фасоль, я тебя не наебывал, честное слово! Ага, теперь ищет тебе, где деньги в долг взять у чужих ребят, понимаешь? У других, главное, сам не дает, заметь, фасолька. Фасолька, это смотри, это, то... сейчас он попадет на твою клетку и так отсосет член. Дай ей бабки, раз ты такой добросовестный. Да, Ликс, а дай ей бабки за твой наеб! Дай ей бабки! Дай ей что бабок. Ты нахуй съел, блядь? Насыпь ей бабок тогда. Слышишь, Самвел, как насчет, я тебе монополию одну отдам, а ты мне GTA мне и Rovio. Мне она не нужна, на, вот, возьми, забери. Ха, нихуя ты черт, блядь. Нихуя ты черт, ебать. Можешь отменить, мне похуй. Это, ну, для меня это копейки. 2600 это хуйня. Взял, принял. Говорит, я черт и принимает, блядь. Ну ты все равно, брат. Блядь, конечно выгода, блядь. Везде выгода, чисто, смотри. Ликсик, покатайся на машинке, блядь, ну ёбаный снич! А какой машинке злой? О, ко мне. Он попадет к тебе сейчас. Смотри, он сейчас отомстит, за всех, за все, что ты... А я даже вот так сделаю, похуй, на, нахуй, рискуем. Сюда! Сюда, блядь, я же говорил, он пососет, блядь! Да не, это хуйня, это вообще не... Да, он на 2000 попал. Да, это хуйня. Но зато плюс 2000, улучшай что-то. Улучшай Фанту. Мне потом жопа будет, если я сейчас попадаюсь на кого-то. Ты пролетишь это дерьмо. Не пролечу. Пролетишь. Я же говорил, ты пролетишь это дерьмо. Пацаны, я еще кредит взял, пацаны. У меня ходу. Без кредитов, блядь. Я забыл сказать, что мы без кредитов. Да, да похуй, в принципе. Бля, очень эмоциональная игра, я ебал. По идее, да, не у всех есть випка. Брат, мне еще к врачу через 3 минуты, короче, идти, понял? А, ты к врачу? Бля, тебе надо заменить? Угу. Брат, я заменю, заменю. Кем-то заменю одним. Бля, ну сука, без тебя не те торги, брат, блядь. Ну ебаный снич. Я забыл, брат, но я думал, мы успеем за раунд. Без тебя не те торги, братик, блядь. Ты так торгуешь грязно, блядь, ебанешься. Блядь. Сюда, двушечка малая, блядь. Давай, раскошеливайся на Ренро. Слышь, ты охуеть, как базаришь, ты меня умолял раньше отдать его тебе. Смотри, как забазарил, да, по-другому? Ой, блядь, я тебе вообще не доверяю больше в этой жизни. Красава. Не, я не такой плохой, как ты думаешь. Ты меня наебал. Ну, выживать же... Нет, я тебя не наебал. По сути, тебя злой больше всех наебал. Да вы меня все наебали. Никто, нет, только злой. Блядь, ну сука. Как? Блядь, как интересно стало. Ну-ка, поработаем здесь с денежками. Ликсик, надо, блядь, приехать куда-то. Куда ВК-то аккаунт делаем, злой, а? Куда ВК-аккаунт-то там? VPN у меня стоит, блядь, мне... VPN у него стоит. Блядь, ты заебал пролетать все, слышишь? Ты меня реально заебал пролетать все. Мне пизда. Тебе пиздец, да. Нет, ты еще держишься. Ликс очень фартовый, да. Фу, блядь. О, Дидас. Что? Кто? На, у тебя денег нету. Зло, бабульки кончились. А чё я так смеюсь, блядь? Наконец-то. Бля, не хватает. Продаем, ребят, монополии свои. Наконец-то. Но это все равно мало. Сюда, Ликс. Сюда на карету сел. Да это хуйня, зло. Еще одну, брат.
Блядь, ну ты, там, конечно, сейчас попадешь, блядь. Чат, кого взять на замену Сэму, блядь, торгаша такого грязного? Может, Квикхантик не хочет случайно? Да, он поторговался. Сюда, фасоль, опять на машинках, нахуй. Именно Волк с Уолл-стрит. Бля, нам кого взять? Нужно выкинуть очень мало... Рому позови. Рома не пойдет. Здрасте. Блядь. Бля, я только что продал это, сука. Мне там 7 тысяч было, злой. Да пиздец. Все, улетели, пацаны. О, дядь, у меня две монополии. У меня монополии и машины, я буду очень богатым. Наталья Генсуху с фасолькой в одну команду? А почему? Что вы проиграли? Дима, пора отомщение за все твои грехи, которые ты наебал. Фасолька, что ты все сделал? Что я тебе? А что у меня с микрофоном, брат? У тебя бустит просто жестко. А, блядь, у меня же вырубай, ебаный. Что я тебе сделал, фасолька? Блин, у меня задница, мне бы что-то... Алло, меня нормально слышно? Мне бы Nokia и Apple было бы неплохо забрать. Меня нормально слышно? Да, да, но у тебя микро... Да, пацаны, мне кажется. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 10, 10, 10. Раз. Все. Да. Гвина? Можете Гвину написать? Чат. На ВК. Так, вот так. Ну, это чуть-чуть по сравнению. Хорошо. Я думаю, что Бургер Кинги все хотят побывать. Нет. Фух, блядь, на свой Редисон. Пиздец, слава богу. Сам Вэлл Кинги слетел. Nokia слетела. Не успел выкупить. О, Nokia. Бля, ой, Дима, как же ты пососал, бля, Дмитрий Ликс. Все, упали бля. акции упали. Акции упали. Гвин не сможет. Блять, а как же... Акции упали. Как же он только что пососал пенис. Дмитрий, это все за наеб прекрасной упали девушки. Упали, понимаешь? Просто упали акции. Блин, Дима. Да. Я хочу у тебя ВК, Фейсбук и Твиттер. Сука, жалко мне уезжать, злой. А что хочешь? Я хочу ВК, Фейсбук. Блядь, такая заруба, блин, брат, много пиздец. Хочешь, фасолька, много хочешь. Сука. На денежку хочешь? Тебе в любом случае нужна деньга, чтобы жить дальше, нет? Нет, мне столько не нужно. Жалко. Ладно, живем. Бля, ну ты, фасолька, я вижу, возвращаешься сюда. Сука. Я вижу, как фасолька возвращается. Я не хочу опять бросать кубики, не надо, пожалуйста. Продавай. Ну, блять, как можно на такой ноте уходить, сука, я не могу уйти, блять. Да, Сэмчик, да. А, у меня запись на 4, сука. Ехать 10 минут. Может, мне с телефона доиграть? А, не. Блять, что делать? Это мне пишут, ребят. Фасолька. Фасолька, ты не знаешь, что делать? Тебе нужно продавать филиалы. Я про это. А что, ты встала куда-то, да, Фасолька? Ой, на аукцион. Фига у Сэма бабок. Куда я ничего не делала, вроде нет. Сюда. Злой это пиздец. Злой это пиздец. Да, ему достаточно один раз нарваться на одну мою постройку и все. Насчет продавать все. Неожиданно. Чат, кого еще позвать? Сюда. Нормально, пофиг. Бля, у меня монополий очень много. Мне надо фармить с вас бабки. Юечку. Если она не спит. А зачем мне платить 500 к? Где ты стоишь? Ну, чтобы выйти. Потому что ты не выйдешь так нормально. Я могу просто бросить кубики. Ну, ты можешь бросить, да, но заход деньги дает. А я могу сколько угодно сидеть в тюрьме? Ну, Дима, а где деньги, Дима? Дима! Что? Где деньги? Да похуй на деньги, неважно.
Главное, где деньги, человек. Дима? Главное, какой человек. Правильно, Сэм и Фасоль? Правильно, правильно, правильно. Дима, ты уже ну ты уже наебал Фасольку, поэтому с тобой все ясно. Не, я не наебал, в смысле? Сам Вэл. Как же Фасоль ебет, блядь. Мне как раз к врачу надо. Это все равно был как-то зеленый, вот это жопа. Ух, блядь, три дубля подряд выбросил. Опа. Опа. Я могу с кем-то в тюрьме, подождите. Нет. Ну я вот второй конкурс. Фасоль, ты понимаешь, что остались два правдивых человека, которые, ну... Подожди, я сижу в тюрьме, могу... Гену не двигаться. Смогу. Генцух, бля. Все, Самвальчик, до дому. До дому, до врача. Фасолька разъебывает? Что за хуйня? Еб... Так, я... новичка везет, я к доктору. Спасибо, брат, что пришел большое. Я бы еще поиграл, брат, блядь. Удачи. Еще соберем как-то. Спасибо большое, что приехал. Фасоль, теперь заруба между нами. Блин, пока, пацаны. Давай, Самвельчик, удачи. Давай, удачи тебе. У меня сейчас вебки слетят, да? Так, это окно я отключу. Так, блядь, пожалуйста. На аукцион. Ты можешь это покупать, но я не знаю, надо ли оно тебе. Надо ли оно тебе? Дима, как тебе игра? Да, надо. Дима. А что, что, что? Говорю, как тебе игра? Сука. Ну, блядь, как? Хуёво как? Осталось три вождя. Два, точнее. Извините, два. Ну, сейчас посолька, мне кажется, ёбнет. Выиграет? Ну, может. Попробовать. Конечно, тяжело. Фасоль, ходи. Мне денег нет, ходи, говорит. Подожди, а куда ты стала? А чё у меня 5000? А, ебать ты стала, слышишь, охуеть. Ебать ты стала грязно, пиздец. Вот ты опять не встать. О. Ты это не купишь. Ну да, мне денег нет. Не, отказаться я ебал. Я не ёбнутый, чтобы это покупать. Как мне мимо твоих машин пройти, я не понимаю. 2000 сюда, залаживай. Я победил. Вот правда, правда и честь побеждают всегда. А, да? Ну я тебя не наебывал все время. Дима наебал, а я нет. Понимаешь? Угу. Это жопа. Ну, это просто жопа. Мне не хватает денег. Я тебя не наебывал. Ты меня наебал. Нет, я не наебывал тебя, Фасоль. Меня только Самвел не наебал. Меня Самвел только не наебал. Я не наебывал тебя ни грамма, Фасоль, честно. Брешь. Я сейчас на твои кубики попаду, но я ничего тебе не отдам. Заебись. Заебись. Даже не думай о покупке, я тоже не буду. У меня денег нет. Я тоже это покупать не буду, я хочу выиграть. Но я никак не выиграю, я не могу обойти твоих этих, твои поля, их слишком много. Надо забрать у тебя все, мне кажется. Надо выиграть ее полностью. Давай, Фасоль, давай. Все, жопа. Блядь. О, нормально. Выходи из тюрьмы, Фасоль, тебе там нечего делать. Я не буду теперь выходить из тюрьмы, пока ты хотя бы два раза не попадешь. Блядь. О. Хотя пойди. Я не наебывал, я ей помогал. И видишь, с моей помощью ты вышла... Смотри, куда ты аж дошла с моей помощью. До самого конца. Если бы, типа, ты Ликса слушала, ты бы уже давно проиграла. Но тут-то, типа, сильнейший выигрывает. Так, нам нужен кто-то торгаш какой-то, да? Ёбнутый. Ёбнутый торгаш нам нужен. Все это, ГГ. Поздравляю. Поздравляю, Артур, самый главный наебщик этой игры. В смысле? Я ничего не наебу. Не наебу. В этой игре суть наебывать. Это же нормально, нет? Так что в какой-то смысле ты просто победитель в игре для наебов. Нет, нет, Фасоль, нет, нет, блядь, ну что вы так жестко мне хуярите, блядь. Я... Ладно тебе. Мне нужен торгаш какой-то, ёбнутый. Прямо я хочу ёбнутого торгаша, чтоб... Я хочу 2-2 сыграть сейчас. Мне надо один человек, и я сейчас я хочу его найти. Так, 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 так. Или у вас есть какие-то кандидатуры? Чат. Ёбаный торгаш. Картман. Exile, Камика, Зарка. Так, я смотрю, кто есть в Дискорде. Я смотрю, кто есть в Дискорде. Но все играют в Rust ебущий, блядь. Мне нужен один кентик.
Один кентик, один. Камик, это, конечно, пиздец. Опа, кто-то мне отписал. Мне кажется, он ебать торгаш. Гоу! О! Мага будет. Мага? Мага. А, я его знаю, он очень хорошо в мафию играет. Да пиздец. Да, только мы будем 2 на 2. Окей, сейчас мага зайдет. Мы Зоя, будем... я хочу с тобой. Я боюсь. Со мной? А ты хорошо наебываешь. Я не наебал. Вот Ликс наебал. Ликс. Ликс тоже хорошо наебал. Ликс, признай, что ты наебал ее. Нет, я ничего не наебал. Ликс в итоге всосал, а ты нет, поэтому давай с тобой, пожалуйста. Почему мне пишут минус Вова? А, Вова тревога. Всегда так пишут, забей. Ага. Вова тревога. Я сейчас, я быренько приду. Хорошо. Мы ждем магу. Здорово, Семчук. Привет, мага. Готов поебашить монополию? Ебать, ты активный, слышишь? Что? Ебать, ты активный, давай, давай. В смысле активный? Это дядь, мы, блядь, сейчас мы такую зарубу сделали лютую. Можешь в Verify зайти, пожалуйста? Да, да, Verify, а чё не Verify? Я дал тебе ссылочку в ДК, в СВК. Это на монополию? Что? У тебя перегрузы у микрофона. Перегрузы? Не-не, я на стриме не знаю, только в DS у тебя. А так, у меня есть перегрузы, брат? Нет, нет, чё идеально. Так супер, да, вообще? Да, да. А чё ты сделал? Я в аудиокарте скрутил немного. Да мы только орали, блядь, тут это пиздец. Я тебе кинул монополию и кинул Verify. Сейчас, давай, давай. Денджер Лёху, ну это next раз надо. Вспомнить молодость, бля. Мы когда-то как летом ебашили монополии Элиас. Ну, Элиас, не, вот монополия, вот мне очень нравилось. Ну, сука, я так горел. С тобой, Зой. Что? Я помню, как мы с тобой монополии срались, когда ты всех пытался наебать. Алло, я никогда не наебал. Да, 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 постоянно. Потом. Новичка бравый просто наебал ПКД. Хотя я сам не чувствую. Так, а дрон не в трусах? Дрон! Привет передавай. Фасоль, ты меня слышишь? Привет, привет Андрею передавай. Он вышел. Verify, Дим, можешь принять? А, он по телефону говорит, да? Все, мага будет, тогда я смотри. Готов, мага. Всё, я стучусь, и я монополию. Давай, брат, давай, давай. Ты у меня же есть, друзья, да? Да. А чат читать можно? Там может быть какой-то стримстайп? Игра не найдена. Нет, можешь читать спокойно чат. А как ты? Игра не найдена. Агару Уджу ты, да? Не-не-не, я игра не найдена у меня. Он мне пишет соль какую. Это я проверяю. Сейчас, брат, ты просто зайди в монополию, мы сделаем. Обычная игра, 2 на 2, при вас. Хватит тебя фотка. А какого это года, Злой? Это 2017-го. Так он обязательно нужен, правильно? С 2008-го, знаешь, такой. Что, подожди, пожалуйста. Что, мага? Аккаунт нужен? Ну, регать. Да, да, желательно. Все, все, сейчас я восстановлю. А что с Артуром? Алло. Алло, алло. 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 Скинь мне свой профиль в ВК, вот. Я тебя добавлю, брат. Давай, вот секунду, я восстановлю пароль. Все, я разыгралась, я понял, как это играть. Все, ты поняла, как играть? Угу. Мы будем вместе играть. А что, Диман жесткий там, это бизнесмен, а то... Диман очень жесткий, он так фасоль наебал, дядь, забей. Он так ее наебал жестко, это можно, это прям можно с этого кино сделать. Кто? Ты наебщик, блядь. Я наебал. Я вообще фасольку поддержал даже в некоторых моментах. Не-не, ты пиздобол. Старый, как тебе раз? Нормально, я сейчас так подучился чуть более-менее уже. Ты кинул мне свой профиль в ВК? Монополии. Нагибатор 2006. Скинь мне свой профиль. Ну, Ctrl-C, Ctrl-V, ВК я тебя добавлю быстро. Я скинул. Вы друзья. А, супер. А, мы же играли, точно. Мы же играли. Тебе фотка, ебать, вот эта модель. Все, вы готовы? Да. Ой, да. Дима, я тебя пригласил. Можешь Verify позвать этого магу, пожалуйста? Я Verify, чувак. Я сейчас подойду. И можете начинать. Ты Verify сидишь уже? Нет, ты не сидишь. Надо, чтобы Ликс добавил. Ух, ебать тут пусть. Все, я подошел. Да, я дам сейчас, ебать. Я просто домофон злой. А я понял, брат. Так, начать игру. Я бы в ее монополию сыграл бы, блядь, честно. Слушай, я тебе не советую давать комплименты девочкам сейчас. Нет, я аж в хорошем смысле. Ну, понятное дело. Какие тимы? Тима, я Фасолька и Мага Дима. Такой проигрыш. Как зайти к вам, пати, злой? Я пригласил тебя, брат. Я просто не вижу уведомления никакого.
Нагибатор получил ваше приглашение. Сейчас. Настройки, что тут? Так, мага, я тебе скидываю. О, баллы канала, да, давайте на баллы сыграем. А так вы мне не тот вырубай скинули? Тот скинул. Так, я стучусь, Диман. Димасик? Да, я жду. Ты открыл уже? Вижу, у тебя появилось. Да, я впустил. Сейчас он впустил тебя, сейчас. Брат. Оп, мага, мага, сейд, мага. Давай, Диман. А, мне надо включить вот так. Ошибка, не, не удалось. Не, все, ты в игре, ты в игре, брат, ты в игре, не парься. Найс, найс. Сейчас я тебя поставлю ниже и фасольку к себе заберу. Фасоль, как тебе монополия в целом? Мне нравится. Я просто покушать. Прям такая игра. Ой, я кушать хочу. Такая азартная игра, оказывается, обалдеть. Диман, зайди к нам в пати. Лучше мафии уж точно. Я у вас в пати. Ты не у нас в пати. Блин, а почему у меня как-то выкидывает, что ли? А обнови страницу. Все, я начинаю. Все, ты здесь. Так, Нагибатор и Дима, и мы с тобой. Мы в паре играем, мы должны выиграть. Это логично. Да. Мы рейхера должны разъебать. Да. Я первый, да? Да. Да. Найди Дасик. Теперь я. Охуенно. Охуенное начало. Не-не, Артур, а ты помнишь, когда мы играли, мне 4 раза подряд было? Я помню это, брат. А ты маг заказал, Дим? Не-не-не, я меня. Злой. Охуенное начало у нас. Может, рестарт? Не-не-не, я так же играл. Хороший чемпион. Постой, покупай, покупай. Все покупай, все покупай. Блядь, мага. Не, это не серьмай, успокойся. Покупаем. Диман, тащи. Нормально. Сюда. Хорош. Сюда. Будем. Ход, надо по все фанту. Готовы сейчас я буду. Сюда. Бля, фасоль, ну бля, фасоль. Ну, рука несчастливая. Окей. Из жопы. Блин. А что? Слушай, ему тоже не везет, уже 2 хода подряд не везет. Блядь, вы серьезно? Ну ебаный снич. По 500 крови скидываются, слышишь? У них уже кока-колы. Смотри, что делаю. Хорош, хорош. Мага, смотри, хорош, пошла закупка. А я могу ему деньги передавать? Да. Найс, найс. Покупай. О. Передаю твоей маме привет, брат. Сяминга. Сюда. О. Ебать, легко. Сюда. Только я ничего не покупаю. Ты что-то АФК. О! О, ебануться, блядь. Раздеван. Покупай. Лучше. Блин, лучше был Андровер. Блять, машины nice. Скупают. У нас тоже есть. У нас есть. Нам еще один отельчик, и у нас будет монополия. Бля, с тобой. С отелями может монополия быть. Мы должны друг другу все передавать, знаешь, мы можем друг другу все передавать, деньги и все остальное. Диман, ты зеленый, да? Да, ты зеленый. Да. Сюда, лох. Блядь. Он весь круг АФК, просто ему вообще ничего не выпадает. Да, что да, с удачей? Так. Так, синяя фиолетовая, да, покупай. Все, блядь, мы это будет очень жестко. Сюда! Ебать, Иван, что-то Новак пошел, слышишь? Что-то ему вообще не видел. Что-то мага, да, есть такое. Ну как Анлак? Сюда! Фасоль, ты должна что-то купить. Найс. А да, купила. Смотри, нам нужна фанта, и мы уже можем строить, Диман. Блядь, ну и противники у нас пиздец. Вам не нужна фанта, Ну что, блядь. Сюда, Ликс, давай бабки, блядь. Фасоль, забери Airlands. Сюда, забирай! Есть! Ебать, мы сейчас будем монополию уже делать. Нам еще одно осталось. Блядь, Диман, все, мне пока не везет реально, бля. Блядь, что такое-то? Я говорю... Слышь, подкрутка какая-то. Злой, выруби. Нихуя, нихуя. Подкрутку выруби. Что это за херня-то? Выруби, оф! О, Диме, сюда. А кумец все-таки? Привет, Булит. Теперь отельчик. Давай, что-то выпадет, блядь. Или нет? Хоть что-то. What the fuck, man? What are you talking about? Блядь, забрал. Блин, это очень хуево. Это я про секс. Блядь. Ну. Очень хуево. Мага, надо окей. Отель забрать. Окей, окей. Хорош, мага. Окей, окей, окей. Забрал, блядь, мага, на забирателях. Как будто я играю прошлую мафию. Yeah. Прям тот день. Ну и что, Дим, мы это камбэкнем, я обещаю. Хотя это 2 на 2. 2 на 2 это пиздато. Ну да, ну да, это все понял. Фигня, там по 20к это такое. Я заплатил, короче. Локи?
Блять, ебать, 350 монет, сука. Apple. Да, сюда обратно, блядь, в семью деньги, нихуя. Я их трачу. Сюда, нагибатор. Зло, я их трачу. Надо покупать. Блядь, нам надо покупать. Что покупать? Это не мое. Мага, блядь, заеб... Мага мутит что-то, блядь, это подкрутка. Мага, хватит мутки мутить. Иди честный бизнес. Я отвечаю, смотри, мне не хватило одного балла до четверки по алгебре, мне не хватило одного балла до пятерки по истории, я просто... Покупай! Фасоль, ебать ты ебешь, это пиздец. Нам нужно еще два, нам нужен твиттер и нам нужно внизу вот этот авиакомпания. Я забираю. Нихуя не забираю. Я тоже забираю, ребят. Сюда! Хорош. А, нихуя, не отдадим. У тебя такие все нету все равно. Не отдадим им. А мы вам не отдадим. Блять, у нас ничего нет, Диман. Сейчас будет. Да блять, что? Ебать, мага просто два кусочка забрал. Мага, ты что-то беспредельно, слышишь, тормози. Блять, промахнулся. Диман, я могу тебе деньги дать? Сюда! Блять! Дай мне бабок, мага. А как? Дай мне сколько, 800? Миллион, дай мне, короче. У маги 11 лямов или сколько это? Сейчас попрошу. Я попрошу у тебя. Давай. Давай. Давай, соглашайся. Да можешь больше, чтобы ты мог... Окей. Все красиво. Да нормально. Все, Настя, серверник нет одной монополии. Что? Нормально. Окей, Диман, пожалуйста. Нормально, если мы ЛНП получили, это было бы классно. 600 сюда. Бля. Бля, я могу, Диман. Блять. Да ладно, фигня. Блять, ну ёбки, блять, они все... Запрошай. Ну, мы им не отдали еще. Не, Диман, ты можешь вообще мои деньги забрать, потому что... Да не, нормально. У меня ничего не падает еще. На, Димасик, бля, посиди, бля, почини немножко. Nokia! Ну, нормально, это тоже плюс косарчик. Окей, поехали. Блядь! Я говорю, я терпел все это время, вот это как в жизни, ты терпишь. Мага, у меня запроси ее, запроси у меня, я тебе дам сейчас сразу договор. Ну, купи, во-первых. Блядь! Зима дает и ставлю Nokia. А как Nokia добавить? Денис, шаришь? Apple, тебе надо Apple? Нет, ты запроси Apple у меня, я тебе отдам Apple просто. А как Apple добавить? Выбери ее. Купи Nokia для начала, брат. Да, купи Nokia сначала. Давай, предложить. Стой, а не смогу... Ты купи сначала Nokia. Так я сейчас куплю. Блядь, это пиздец тильт, да. Блядь, это тильт. Ну все, блядь, итери... хватит денег? Итери я буду домики ставить. У них машины, меня это очень смущает. Нормально, я пока посижу здесь. О, мага! Блядь, ты заебал! Ты серьезно заебал! Все, мага, душим чел. Мы столько времени терпели, только теперь надо не приебаться. Смотри, Диман. Я ставлю домик. Фасоль, не тильте, все нормально будет, фасоль. Я ставлю домик на Nokia. Сколько стоит эти домики? На Apple ставь. Нам главное, чтобы бабок, ну, не сильно проябывать. Аккуратненько, чтобы ставить. Все, хорошо, давай, ходи. Я Nokia поставил только. Пожалуйста, умоляю. Забирает обратно, блядь. Давай нахуй. Давай двушечку сюда, плати, блядь. Забирай его, да, похуй. Злой, ты знаешь, что нам нужно выкупить? Сюда! Блядь! Я знаю, если да, если бы я на Nokia поставил, Диман, если бы я на Nokia поставил. Нормально. Такой рандом. Ну, это хуйня. Надо будет пройти следующий круг. Фасоль, нам нужен Airlines. Забирай. Блять. Почти. Мы можем обменяться монополиями, если вы хотите. Не, все. Нахуй меняться. А, на аукцион придется. А, блять, стой. Rockstar к чему-то относится или это одно здание? Ну, типа, само по себе. Нет, это новое здание. Я тебе могу дать денег, попроси у меня. А есть смысл, у нас не будет денег тогда оплачивать? По идее, да, нормально. Давай. Нет смысла давай, это давай, покупать, давай, это давай. Дерьмовое здание. Да, конечно, они потом заберут, мы охуеем платить им, мага. Да, я согласен. Мага, не надо, мага. Запроси денег. Ты мага, не запрашивай, блядь. Мага, не надо. Артур, ты отдыхаешь, девочка. Сука ты, блядь, конечно, блядь, мага. Ну ты, конечно, и... Блядь, ебать, я чуть не обоссался, нахуй. Да, там плюс косарь неплохо, молодец. Блядь, Дима, не знаю, как я это пройду с моей удачей. Я ебал. Да, нормально. Да пиздец. Сюда, я 500 тысяч получил. Пожалуйста, два. У меня в рот один два. Окей, мага, блядь. Надо купить Airline. Фух, не, покажи, не надо вам покупать. Мы его не купим, Дим, только если будем закладывать. Не надо Airlines его. Блять, еще одна монополия, вы серьезно, блять? Мага, только качаем. У нас, блять, угол монопольный, угол! Не, мы с Диманом просто очень жесткие эти. Какие жесткие, везучие, блять. Это пиздец, вы везучие. Бля, фасолька в тюрьме, меня, блять, меня сокомандница в тюрьме, блять.
Мне нужно в тюрьму попасть. Бля, Airlines, бля. Никаких не даем им, ничего не даем. Просто, просто... Оставь! Просто... Да, пожалуйста! Мы просто... А, что, давай бабки, давай, давай. Я тебе дам. Блядь, вы такие уёбки, мы просто блядь. С тобой угол застраиваем, все, и они просто и сосём бабки. Дайте хоть что-нибудь. Ничего не дадим. Все, ничего, никаких торгов. Ну, блядь, ну давайте меняться, это же нечестно. Нет, это честно. Вы Дима показал свое настоящее лицо. Вы потерпели, ребят. Ясно. Покупай, мага. Сейчас, если я наступлю на счёт, будем торговаться. Давайте торговаться уже, блядь. Да нет, а что ты так забазарил? Ты по-другому недавно говорил. Ну, Ликс, блядь, ну, брат. Ну, брат. Братан! Подожди, а у вас ничего нет, злой, что вы можете предложить? У вас бабок немного. Давайте по колу на ВК. Давайте колу на ВК поменяем, давайте. Что? Колу на ВК. Колу на ВК? Да. Колу на ВК? Да. Давайте. Одну колу на один ВК, да? Не-не-не, ну типа монополию на монополию. Ну вы нам колу, вы нам фанту, я вам в Твиттер. Диван, мне пишут отдать форт. Ну нет, мы сейчас не будем менять, нам бабки нужны, мага, потому Диван, что они загрейдят. Диван, я пишу все форт отдать. Да, бери форт. Не, сейчас ничего. Не, давай меняться, Ликс. А, бери, мне, бери. Да, давай. Да. Все. Фасолька, отдай мне... Все, гоу. Кого тебе отдать? Отдай мне, пожалуйста, вот это и это. Мы сейчас будем меняться с ними. Диван, смотри. Я тебе денег дам. Да мне смысл меняться, злой. Объясню, злой, объясню, почему. У вас дохуя денег, мы не будем меняться с вами. Вы ее сделаете, мы проиграли. Все, поэтому на несколько. Нет, меня... вы не проиграете, вам же надо за что-то улучшать. Артур, давайте. Ты нас не наебешь, понимаешь? Мы так кто тебя наебует, ты, блядь, Йосип, нахуй! Нет, свой, ты отдыхаешь, нет. Блядь, ты отдыхаешь, иди, Йосип сам. Не, вообще-то он выгодно предлагает, зря вы отказываетесь. Нет, давай так, мы сейчас два хода по кругу сделаем, по 2 миллиона залутаем, прогрейдим Nokia, боссов, и тогда поменяемся. Если вы попадаться не будете. А с удачей магии это очень маловероятно. Я сейчас на удачу Airlines, блядь, столько всего выбил, так что сюда. Ну, посмотрим, посмотрим. А, блядь, они тому предлагают торговаться. Не будет торга никакого, сразу ходи лучше. Давай, давай торговаться, Ликс, блядь, ну ёбаный снич, давай. Нет, нет. Ну давай, Ликс. Да нет. Почему нет? Ну ты, там сука, Ликс, блядь. Рассказываю, у вас бабки, у нас их смысл, нет. Вы... Смысл играть на удачу, давай. Зима, это не на удачу. Зима, понятное дело, что если ты даешь монополию, они построят дофигища домов, мы один раз попадем, и у нас будет денег, мы будем все это продавать. Ликс, ты в прошлый раз ты построил монополию и проиграл. Ну, блядь, давайте поторгуемся. Окей. Нет, злой, подожди, рано торговаться, давай попозже. Окей, мне нужно 280. Мне попроси, у меня попроси. У чела бабок ноль просто. Ну, на ну. Будете сейчас попадаться с вашей удачей, типа зря вы не соглашаетесь. Не-не-не, Фасолька, я объясню, почему не выгодно. У вас куча денег, и вы развиваете полностью монополию, и нас сразу ебете. Нет. Блядь, Диман, смотри, тебе знаешь, что надо сделать, Диман? Ну, блядь, дайте нам вот что-то, суки! Диман, я сейчас улучшаю, ну, ты улучшаешь сейчас верхние эти зеленые, я улучшаю свою эйбл. Да, да, я так и хочу. Сейчас мы получать начнем бабки, тогда уже поговорим, а так рано. Ну, о, блядь, ну банки. Дайте нам что-нибудь. Все. Начинай, могу Apple улучшать. Да, да. Блядь, ебать, они в крысу ебашут. Пиздец, Фасоль. Фасоль, они в крысу ебашут. Мага, Nokia, Nokia ебашут. Фасоль, они ебашут в крысу, понимаешь? Не, уже все, я больше не могу улучшить. Ладно, все, ну один раз, да, один раз. Nokia ушел. И, а что-то еще можем улучшать? Просто посмотреть. Давайте монополию на мы! У вас уже есть монополия. А, кидай кубики. Давай. Хорош. Ты проиграл, ну ладно. Бля, еще раз скажу. О, фух, нормально. Пролети это дерьмо. Блять, ну куда ты, дядь? Ну ты серьезно. Ну ты куда летишь, блять? Бля, зон, это пиздец. Диман, нормально, здорово, Диман. Пошел. Я говорю, тут без шансов. Мы сейчас будем меняться, просто мы чуть бабла подфармим, ребят. Фарми. Диман, смотри, новые крысы, блять. Диман, ты можешь форт улучшить? Ты не взял форт, а взял... Я не могу сейчас. Не можешь, да? Я Алан заплатить трогаю? Должен, не могу. А, все понял. Нормально? Бля, сейчас будет ночь. Бля, Диман. Хорошо! А я опять хожу. Бля. Давай, мага. Пойдет. У них очень много денег рискованно менять. Пойдет. Не, я согласен. Блядь, они спиздили все монополии, блядь. Ну да. Ой, мне так, дай мне чуть-чуть, мага. Так мы сколько терпели, Саша? Сейчас, давайте хорошо. Обменяемся на монополию. Монополию на монополию. Давайте. Нет смысла. Ну так хотя бы игра пойдет, ну ребят. Фасолька, у вас 14 млямов.
Ну, потому что ты все проебал. Ну, что поделать? Ты постоянно попадаешь... Давайте вы нам 7 лямов, а мы вам ничего. Охуенно ты придумал. Типичный ликс, типичный ликс. Давайте меняться, блядь! Но... Так же, что ты хочешь поменять, Артур? Дай нам авиалинии или, блядь, дай мне Макдональдс. Понимаешь, то, что сейчас на столе, вы уже не измените. Бизнес крупный вас жрает. Это ты так. Давай одну монополию на две. Какую вы нам дадете? Мы вам даем... Дим, у нас есть денег, чтобы улучшать монополию, а если они улучшат, мы проиграли игру. А у нас будут игру. Деньги, у нас будут деньги, Магу. У нас будут деньги, если мы будем попадать. Только они много нам предложат денег сейчас. Давай, давай вот так. Я тебе даю одну монополию, вам отдаю две. Сколько денег ты даешь? Какие деньги, уебище? Я тебе две монополии. Дай мне 2.5 миллиона давай хотя бы. Да, Диман, включи мозг, пожалуйста. Полтора Эта игра миллиона. Легко выигрывается. Ну, блин, давай ну так просто иначе мы выиграли, давай. Мага, ты же понимаешь. Ну, вообще... Фанта, Фейсбук, Контакт. Фанта, Фейсбук, Контакт. Бургер Кинг, Макдональдс. Бургер Кинг. Диман, я объясню, Бургер что Кинг, будет. Макдональдс. Диман, мы получаем две монополии, у нас нет денег, они предлагают только 1.5 миллиона. Так мы вам деньги предлагаем. Так 1.5 миллиона это очень мало. У вас 40 Но потом миллион? Я на твой ход попадусь, с тобой тоже меняемся, это тоже денег нам. Нет, это не то, это не то, это не то. Не, вообще, я тебе не то сделал, бля. Ну давай, давай, давай рискнем, давай, Мага. Не, ну что, нет? Ну пусть человек хотя бы 3 миллиона даст, или что такое. Ладно, я передумал, давай. Бабки дай, бабки дай. Не-не-не, не, бояться, не. Диван, Диман, ты же понимаешь, с одной монополией нам придется все закладывать, если мы один раз попадемся на нее. Все закладывать. Да, конечно. Но так же игра будет интересной. Это будет Какие бабки? Иди на лям тебе, иди нахуй! Не-не, Зой, давай. Я тебе 2 монополии даю! Иди в пизду, понял, блядь! Ну ты реально много требуешь, Дим. Ты какой много требуешь? Хочешь 3 монополии и 3 ляма, алло, ну типа куда? Вы че, охуели, блядь, в самом деле? Там на сцену получается. А если... Я типа, ну, Диман, ты сам понимаешь, ну как хочешь. Давайте не будем стагнировать, а просто продолжим. Ну типа вы согласитесь? Ну давай, 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 давай. Поиграем, поиграем. Фасолька, им пизда. Ну понятное дело. Блять. На, сюда. Блять, злой. А я что сделаю, блять? Не каркай. Не... Блять, я уже без денег, фасоль. Нет, злой, блять. Накаркал, молодец. Улучшай, улучшай, улучшай. Да, я улучшил. Ах ты ж, блядь. Все, отлично, отлично. Мусорнулся, блядь. Мусорнулся. Осуждать? Фасоль. Че, брось? Денег дай, дай мне. Поставь тройку и брось. Тройку и брось. Короче, смотри, Диман, мне еще надо попасть. Блядь! Пожалуйста. Сколько тебе денег дай? А, я уже не могу. Ну, бля. Дай мне денег. Дай мне 2000, пожалуйста. Давай. Я тебя запрошу. А как они каждый код улучшают? Нет, можно же один раз только заход. Блять, ебаная давай. Шанель, блядская. Блин, жалко, что нормально, ты не получил. Нормально, деньги есть, пойдет. Блять, я опять я забываю улучшать мага всегда, бля. Все, так, все улучшать злой, улучшать? А ты не можешь ничего улучшить. А, я твой не могу улучшать, да? Да. Понял. Пожалуйста, один раз на Nokia или Apple, ну пожалуйста. Иди нахуй. Ну пожалуйста. Иди нахуй. Со своим Apple или Nokia. Давайте в Макдональдс покушать, блядь, еды и трапезничество. Вот, Дима, проголодались. Смотри, перемодал KFC, Макдональдс и это. И если мы один раз попадемся, у нас минус все у них пиздец зеленый ряд. Это вообще понимаешь? Мне не нравится. Как на у нас и у нас вообще теперь не будет монополии. Почему? Если мы один раз попадемся. У нас весь бля, ряд монополия, мага. Блядь, постоянно где нету. Блядь, нет. Блядь. Пойдет. Это лучше, блядь. Блядь, ой-ой-ой. Вот, здорово, Диман. Пардон. Мне бы очень хотелось авиа. А не отдаст мага нам авиа, он крисе. Конечно, не отдам, что у вас нижний ряд был. А что ты хочешь, а что ты хочешь за это? Ничего вообще. Вообще ничего? Ничего, да. Это хоть вы 10 миллионов предложите, я все равно не отдам. Ты заебал, блядь! Сука, тюремщик! Бля, ну ладно. Давай. Ну ладно, это не так много. Мага, начинай грейдить. Не забывай. Фасолька, дай мне еще 2000, у меня денег нет, я грейжу. Маг, давай я тебе, давай, Мага, давай, попроси давай, у меня колу Пепси Фанты, ты тоже их загрейдишь, а то я все один не смогу грейдить. Да-да. Блин, нам очень нужна эта авиалиния. Было бы очень красиво. Не, нам не нужна эта попросили, авиалиния. Попросили, давайте дам сейчас Пепси Колу Фанту. Хотя, может, и не так уж нужна. Диман, Диман, Диман. Сейчас, забери Пепси-Колу Фанту. Давай. Не орать, слушай, окей, чатик, сори. Слушай, я знаю, что нам надо. Ты...
Тоже сделаешь грейды, ладно? Там? Знаешь, что тебе надо было сделать? О, я вышел из тюрьмы. Бля, это хуё, Дим. Алло. Да. А, следующий ход будет в обратном направлении, здорово, Бисикс. Бисикс, а обратном направлении хорош, игра бы на поле. Да, злой! Шестерка, сюда, умница! Умница, найс! Ты как хотелось-то? А ничего. Бля, Диман. Давай мне еще 2000, малая. Диман, я забыл улучшить, Диман, я забыл улучшить. Нагу, не забывай. Ну, пытаюсь. Так, Ликс попадет на эту, 100%. Ликс попадет? Не попаду. Нет, он попал на что-то другое. Блять! Промахнулся. Так. Мак, дай мне чуть денег. Лям. Я тебе не могу дать. А, давай. Диман, ты будешь в обратном направлении, с тобой ничего слушай, не будет. Да, я хочу улучшить. Да, поэтому. Дима. А, стой. Ты... Не, я ничего вам не дам. Ты просто давай, запроси мне денег, запроси мне денег. Не, никакого обмена, не интересно. Но вы тогда соберете монополию. Не, неинтересно, у нас так хватает. Ну, Диман, давай, обратно, короче. Не, у меня не работает, ладно, пофиг, забей, бросай кубики. У меня не работает просто. Пролетать надо, фасолька, все пролетать. Вот бля, мага бля, хочет грейд, кушать. Грейд. Мага хочет кушать. Ушел? Нет, нет, забыл. Мага не хочет кушать, блядь! Мага, ну зато не успевай. Мага летает. Да, ладно. Обычно, когда я играю в монополию, это может улучшать после хода, я привыкал. Этот не хочет полетать. Вы точно не хотите лакосту обменять не. Авиалинию? Но у вас тогда будет собранная монополия. Блин, мы, честно, мы и так обменялись не потому, что мы... У вас типа, очень зеленый ряд будет, но вы типа как сами хотите, я просто предлагаю. Все, я не забываю, слышишь? Бля, фасолька просто фармит бабки, я не знаю, я чисто на этих, чисто на тип, сижу на бабках, блядь, ну ты... Мага, ты лучше? Да, я лучше. Мы сейчас проебем фасоль. Кажется. Пожалуйста, Apple или Nokia, повези, пожалуйста. Нет, я пролечу, я думаю. Нормально. Вот это плохо, то, что у нас... Пролетай, пожалуйста, пролети! Нет. Сюда! Плати, сюда. Похуй, плати им. Да, конечно, плачу. Окей. Okay. Хорош, грейд не забудь сделать, мага, не забудь. Диман, смотри, я буду улучшать Пепси, Колу и Фанту, потом лучше... Ты можешь одновременно улучшать и Пепси, и Нокию. Да? О, да. Что улучшить, Apple или Нокию? Apple. Давай. Блять. Блять. Фасоль, дай мне денег. Конечно. Фасоль, конечно, ты меня так спонсируешь. Я не знаю, что я без тебя делал. Бля, если бы не эти 6 миллионов, мы бы изи выиграли, слышишь? Брали... Блять, двушечка! Сюда. Фасоль, мне надо еще денег. Ну да, ну злой просто так интересно. Злой, надо пиздец, блять. Фасоль, мне надо еще денег. Димочка, покушать. Покушать, Димочка. Ну ты, Димочка, и чшшшш, блять, везучий. Диман, слышишь? Да. Вообще не везет. А тебе что из одежды нужно, чтобы улучшать вот эти... А, у тебя все есть? Не, ну у меня денег нет, у меня сейчас будут деньги, ты улучшай, главное. У тебя не будет денег сейчас, Ликс, ты проебешь! Улучшай. Блять, один разочек на восьмерочку, пожалуйста. Диман, смотри. Все, улучшай, мага, не забывай. Погнали. У них слишком много зеленый ряд, вот этот длинный, это просто пиздец. Блять, я опять хожу, Диман, блять. Хуёво. Пожалуйста, да, пролетай все это дерьмо. Блять, фасоль, это пиздец. Злой, это пиздец. Блять, он заебал, он уголовник, блять! Так я без денег сижу толку-то. Ты бездельник! Диман, мне походу нужно будет деньги. Пизда. Да! 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 Да, сука! Кушай! Кушай! Что нам сделать? Вот ты захотел так поиграть? А колу раздербай. А, давай стой, давай я тебе дам сейчас деньги. Да ты не будешь подать. Кушай, блядь! Наедайся, Subway! Лучшие бутерброды, гамбургеры только у нас! Только у нас лучшие гамбургеры. Ну продай Пепси там, ну вот эти по единичке. И мне договор... А, предложи мне договор, я тебе все отдам. Я тебе все отдам, ВК, Фейсбук и Твиттер, и ты их продашь. И все четко будет. Договор мне предложи. Что у тебя брать? ВК... Фейсбук и Твиттер. Диман, продавайте! Продавай бабки. Бабки у нас в кармане, да? Фасолька. Бабки у нас в кармане. Мы слушай, очень... Слушай, не радуйся пока что, потому что у них очень много зелени. Диман, я не могу... Так, я прибегаю к тайному оружию. Бля, ну, сейчас, блядь, я не знаю. Диман, ты просто вдумайся, у них по 8 миллионов на каждую штуку. Да похуй. Давай я тебе лям, попроси у меня лям и продай колу, Пепси, Фант. Ну, не те их штуки. Мы выиграем с Фасолькой сегодня в монополию. Да. Да.
Бля, так выебывается. Это же, Зиман, я говорю, не надо, блядь, чтобы потом он выебывался. Да ладно, да просто, ну, для контента. Чё, так бы все, мы выиграли. Ну, просто очевидно, это вин просто, да, мага, это вин. Это просто вин, понимаешь? Да все, этот аппарат не врет, я знаю. Я на нем проверяла свою девственность. Он не врет. Погнали. Неплохо. Откуда так, я закладываю... Сколько будет, если заложить? 500к? А ты еще станешь богатым? Я стану богатым, лучшим на районе папой. У меня много денег в кармане, твоя сука со мной рядом. Она кушает бутерброды в Subway, пока ее тулю сзади. Оу, еу. Бля, мне все равно не хватает, прикинь. Сюда. Ну, продай, продай. О, я еще хожу, охуеть. Нормально, нормально. Блин, жалко, что не попал. У них слишком жесткая монополия снизу, понимаешь? Тут, там ну да, ну, так я ж, ну это понятно было, я же говорю, у них много, когда много денег, там понятное дело, у тебя типа дохуя. Так, где... Это очевидно что мне было. Нужно пролететь? Мне нужно пролететь все. Если это очевидно, тебе надо включать мозг. Посоль, у нас очень много денег. Нам бы все равно авиалинию хотелось выкупить. Ну так просто. Ну нам бы хоть... Я опять скажу, я ну блядь. Я просто коллекционер, мне нравится. Можно так не прухать, чтобы я хотел... А я в тюрьме, мага, что-то я не могу 2 ляма получить, я в тюрьме 4-й ход, понимаешь? Да, не нужно найти 2 ляма, иначе мы проебем. Найс, я выхожу, блядь. Я выхожу из тюрьмы. Третий раз бесплатно. Надо покушать обязательно гамбургеры. Да не, вообще не надо. В KFC хочешь? Надо, надо в Мак заехать. Ты кушал Мак, сейчас надо пополнить свои запасы. Димочка, сюда, на татуся! Да, блядь! А, ну серьезно! Блядь, пролетай нахуй эту Nokia. Ну, знаешь, слава богу, я хотя бы, ну, сейчас не на Nokia, и на Apple не попала. Ой, ой, боже, пролететь бы это дерьмо. Фу. Нормально. Нормально, починим. Мы проебали. Не, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нормально, пойдет. Лучше, лучше, лучше. Да. 200 монет кофе, отдай кофе, за эти кофе, обноски. Все нормально, Мага, все хорошо. Ты пройдешь. В этой игре подкрутка есть. Ты 2 раза на 8 не залетишь. Молния 2 раза в злой не бьет. В злого не бьет, да? В злого не бьет 2 раза. Блять, телепортации Дима шанс получает. Дима, все ближе к проебу. Это бабки получили. Куда мне, куда мне? Бля, что мне делать, Дима? Ладно, похуй. Давай, давай, 4. Все, я ж тебе говорю, мага, блин. Поверь мне, поверь мне. А что? В этой игре подкрутка. Хуйню заплатил. Сюда, бабули, на базу. Блин, косарь, это тоже. Блять, мы в таком хуевом положении, фасоль. Они просто пиздец. В смысле? Вы наоборот по кайфу положение. У вас 3 монополия. Ой, одна монополия с 9 миллионами. О, пойдет. Какое, блядь, путешествие в айфон, нахуй, что ли? Ох бы Ликс бы так попутешествовал. Ох бы я охуел. Пожалуйста, пойдет? Надо пролететь это дерьмо. Пролетай. Ну, вот сейчас хорошо. А, ну ты туда-сюда, туда-сюда пойдет. Все, это пизда. Да! О, Макдональдс! Дядя, вкусная а еда. Продам, кушай продам ее и днем, и ночью, и всегда. Дима, Зима, покушай мой гамбургер да, внутри пенис. Оу, щит. Нормально, нормально, я продам. И Форд продавай, я закладываю. Да не, зачем? Не закладывай, Форд, авиалинию продавай. О, бабосики в кармане. Оно тебе не надо. Твоя дама в моей ванне. Я говорю, блядь, ты даешь... Мага, дай мне, пожалуйста, 900 тысяч. Ё, сука, сюда, блядь. Запроси. Еще 900 не хватает. Не, ну нам становится немножко легче, если мы будем пролетать. Так, давайте мы будем теперь с вами торговаться. Мне не надо, спасибо. Давайте торговаться, дамы и господа. Нет, Зиман, если нам ты будешь деньги, торговаться... А мы, нам не да? нужны деньги у нас. А, вам не нужны нам вообще? Нам ничего терять. Я хочу вот это. У них точнее. И хочу вот это. Да какой торговаться, никто не будет с вами торговаться. Да, включи, Злой, включи мозг, пожалуйста. Тебе Злой, играй. Это, да. Никто не будет торговаться сейчас. Да. Предложение очень классное. Вообще неинтересно. Диман, говорю, Артур, ты можешь предложить 12 миллионов, у нас нет денег. Ой, нет. У нас нет денег, то есть, если ты нас предложишь, мы отдадим территорию, у нас будут деньги, у нас не будет территории. Вот блять, у тебя... Да нет, территорию не отдавай ему, мага, да. Ничего блять, не отдавай ему вообще. Я предлагаю деньги. Дим, все, не нужны нам бабки у нас. Дим, ты можешь меня объяснять, это ты продал так, ту территорию. Да, да, я просто это, мало ли, он сейчас будет давить. Ликс, KFC тоже тебя заждался. Да, ничего страшного. Блин, сейчас мы на Nokia ждем вас. Если бы на KFC попадали, было бы очень круто. О, блин, дай 30 тысяч, мага, не хватает. Ну ты пролетел, найс, все гуд. Как же они жадно хавают этот Макдональдс. Давай, на Nokia уйдем. О, да.
Как же они жадно кушают, блядь. Как же они трапезничают жадно эту еду нашу, блядь. Ой-ой-ой. Ты там не попади ни на что. Ой-ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, блядь. Да нормально, ты еще не попал. Здесь же 60 тысяч, Диман, слушай. Да, блядь, ой, ладно, это не очень. Строить филиал. Так, мне нужно к своим синим, можно? Блин, у вас все заложено? Ой-ой-ой, Димочка! Димочка, куда мы едем, Дима? А зачем ты джекпот играл? Димочка! Блядь, Димочка, ты заебал! Да ладно, это нормально, лучше, чем ничего. И плюс ты пролетел Nokia с этим, это вообще все классно. А вот это не очень. Ну, это я ему вернул. Ну ладно. Блядь, Диман, ты понимаешь, что тут шансов вообще нет? Выиграем. Нет, шанс есть шансы. Почему? Шансы есть. Прокнет 1% какой-то. Хорошие шансы, Маг, на самом деле, ты зря. Отдайте нам что-нибудь. Ничего ему не отдадим. Блядь, ты долбоеб, скажи мне, пожалуйста. Включи нахуй свой мозг и можешь не предлагать. Мы ничего не отдадим, ничего. Да, ты можешь не предлагать, мы не будем давать. Мы вам отдали этот Макдональдс не потому что или что там было. Потому что Дима все правильно сделал. Дима гений, что отдал нам. Ладно, погнали. Пуняни-няни, пуняни-няни. Окей, Диман, покажи вам. Меня с джекпоты прокуют, блядь, ебучие. Пролетаем. Давай, они сейчас встанут к нам. Ой, фантулик. Ну пей воду эту, мочу, блядь, и стрюп нахуй. Так, кто там? Зеленый и красный рядом. Пойдет, сейчас зеленый попадет скоро. А что такое у меня 900к? Диман, улучши что-нибудь. Хорош. Я улучшил. Да, хорош. А что ты улучшил? Я бы еще выкупил что-нибудь. Блин, кстати, там это Лакоста или Ченнел, или чего-то там немножко уже напрягает. Дим, надо посещать еду. Ты голоден, брат. Бля, я пожалуйста, голоден, только без этой пасты. Это слишком ебанская паста. Можете забанить, типа. На тайм-аут. Тайм-аут. Слушай, я просто предлагаю. Слушай, она предлагает... Это nice просто try. Предложение. Найс трай, постойка, найс трай. Я покупаю Кока-Колу. Я оставляю эти, да. Спасибо, что перебил. Бля, мага, магу не проведешь. Мага, апгрейд, да. Крок, найс. Что еще раз? Блядь, главное сейчас не попасться. Вам очень нужны деньги, чтобы выкупать. Согласен? Блядь, Тиман, пожалуйста, если не попадутся на Nokia, мы камбэкнем все. Нормально, нормально. Фасоль, пожалуйста. Давайте на Nokia, блядь. На Nokia. Фасоль! Нормально, нормально. Ебать ты за ремонт отдала, блядь. Это что-то за ремонт. Хули, блядь, разъебала. Хорош, мага? Блять, пожалуйста. Диман, пожалуйста, сейчас будет твой ход. Фу, блядь. Нормально. Вот сейчас нормально. Отлично, отлично. Блять, мы просто... Главное мне сейчас не попасть, мага. Найс! Блять! Давай, зло! Фасоль, пролетай! Сюда. Бля! Нормально, сюда, фасоль, бля! Нормально, бля! Нормально. Похуй, это такая мелочь. Ебать, типы вы на взводе, блять. Пролетай! Блять, да что это за хуйня? Один Лена. Точно не выпадет, все, пойдет. Хоть раз, ну хоть раз. Блять. Они тоже пролетают. Это... Давай, мага, блять. Мага! Мага! Мага, сюда, блять! Куда столько жрать заказал? Мага, ты лучший. Блядь, ебать, на 12 лямов, мага. Куда столько заказал, блять? Ты что, ебаный? Дима, сделай контент. Нельзя сдаваться, нельзя сдаваться. Мага, я думаю, мы можем выгрузить эту историю, давай. Меня попроси, еще у меня бабки. 12 миллионов, мне надо будет все закладывать здесь еще. Ну, вы можете что-то нам продать, брат. Да, например, авиалинию. Да, вы можете нам что-то продать. Мы вам не будем ничего продавать. Да, блядь, мы уже один раз продали, нахуй. Ради контента, только контент не в ту сторону пошел. Согласен, согласен, маг. Тут безусловно. Я не умею хитрить в игре, я умею только байтить, извини. Все окей. Ой, блядь, типы. Продайте нам бизнес. Нужно... Бля, мне не продать это. Продайте штуку. Нам бизнес стой, какой-то сейчас. Ваш. Продавай Airlines, мага, Airlines продай да. Тоже. Давай. Смотри, я у тебя беру Facebook и все продаю из этого. Вот это, вот это. Да, бери ВК, Facebook, да. Я все это продавай. Сейчас. Бля, нам сейчас что не хватит. Придумаем, нахуй. Так. А, R еще продай, R да, продай. R продаю, еще продаю CR-домики и Rockstar. Выкупи, давайте мы что-то выкупим у вас, давай. Не-не-не. Да, а, мага, запроси еще Holiday у меня, Holiday. А, я все... И Land Rover. Что можно. Holiday и Land Rover запроси у меня. Так у тебя больше ничего нет, да? Да.
Да, как же мы пытаемся жить, Диман, это пиздец. Ну, блядь, ничего страшного, мы вытащим. У нас угол хороший там. Я заплатил, Диман! Хорош, все, Мага! Давайте, блядь. Еще разок теперь встаем, Блядь, Диман, ну как? Нормально, нормально, нормально. Ну, блядь, ну... Сука, нет! Да что это за хуйня? Диман, ебать, ты проебал монеты. Что это за хуйня? Это накрутка какая-то. Это ты, долбоёб, Диман. Нормально, Мага, нормально. Сейчас они встанут на нашу. Сейчас на Nokia, смотри, они встают на Nokia, Мага, и все красиво. Блядь, давайте продадите нам что-то. Блядь, будет двигаться обратно в направлении. Блядь, да пиздец, там везет челом, забей, Мага. Как такое возможно? Брат, давай продадите нам что-то. Да, блядь, Зоя, я тебе сейчас нахуй... Иди нахуй. Ну, пожалуйста, Мага. Маг, ходи. Давай, злой, ходи. Давайте я продадим. Да мы не будем сейчас ничего покупать. Мы и так вообще... Вы на Nokia встанете, позвоните, блядь. За межгород столько снимем с вас. А если не встанем? Я нормальные встанет, бабки встанет. Предлагаю, брат. Тебе же оно не надо. Нет, не Мага, отказывай. Ну, да, Мага, давай. Блядь! Диман. Да погнали. Если мы сейчас... Да не, я просто... Думаю, что в последнюю строчку хватит Айрванс, это будет незаметно, чтобы мы вообще эту игру выиграть не могли. Вам сейчас придется... Не-не, он сейчас он на Nokia встанет. Давайте, на Nokia встанете сейчас. Так даже если встанем, ну ладно, минус деньги вам, типа, что? Блин, да, конечно, минус деньги. Два раза встанете, два раза встанете. Нам тоже прокнуть должно, не забывайте. Диман, вообще, Диман, честно сказать, я верю. Все, Мага, бабки пошли. Бабки пошли, бабки пошли, потекли снова. Диман, я верю в нашу победу, реально. Если просто... Я тоже. Ой, блядь. Ой, как же Мага поражён уходит, блядь. Мага, хорошо. Тебе сейчас нужно, короче, добыть девочку, понимаешь? Знаю. Ну, продайте нам что-нибудь, фасоль. Тебе не надо прийти. Нам ничего. Я не знаю, как это сделать. Давай, фасоль, я верю в тебя. Фасоль, сейчас, я тебе верю. 7, 8, 9, 10. Надо либо фасоль. Больше 10. Блядь. Фу. Ой, пизда, Зима. Ой, Мага, все, блядь. Сколько жрать можно в Subway в бургере? Я еще не проиграл. Мага, давай, 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 продадите нам бизнес. Нет. Давай, давай, ну, у вас выбора нет. Ну, Диман, у нас делать? Нет выбора, кстати. Нет. Вам у нас нет выбора, Диман. За 12 миллионов Кока-Колу отдаем вам, все, похуй. Нахуй нам твоя Кока-Кола, блядь. Диман, Диман, понимаешь, когда ты до этого отдавал им территорию, у нас как раз таки был выбор не отдавать, и мы бы выиграли. Теперь у нас выбора нет. Я хочу все машины и Rockstar. Диман, Диман, ты мне предлагаешь продать все филиалы Nokia и просто получать с Nokia 400 тысяч и выиграть эту игру? Да. Нет! Нет, нет, Мага, не слушай его, это хуевое решение. Ну попробуй, Диман, попробуй, хорошо, попробуй, согласен. Нет, Диман, просто включи мозг, если сейчас продаю все, мы эту игру и так никак не выиграем. Он попробуй. Начался, давайте хотя бы на удачу. Вам давайте, да, да, на удачу хотя бы, это игра на удачу. Мага, хочу все машины и Rockstar. Да, да, запрашивай за 10 миллионов. Не, ну ты мне предлагай, я не могу, я ж жду твой вход. Ты должен оплатить. Давай. Все машины и Rockstar. А почему ты не хочешь авиалинию взять? Машины все у Ликса забери. Тебе нужно сейчас забрать у Ликса и предложить их злому, а мы тебе да, деньги. Да, да, я понял, я понял. Угу. Бля, Ликс, слышишь? Не, Мага, все машины забираем, мы и так проиграем. Да, Диман, мы и так проиграли, если мы сейчас и не идем. Да, Дим, вы в тупике, брат, вы в тупике. Да, потому... Нет, просто... Не, про... Вы не, если Диман, сейчас Nokia просто... продаете, вы чего, 400 будете? Нет, Диман, Диман, смотри, будете? Диман, смотри. Если я сейчас не отдаю им, они в итоге мы не меняем. Ну давай, давай, принимай их. Секунду, я продаю все филиалы Nokia, продаю филиалы этого Apple, и потом продаю эти территории. В итоге я оплачиваю залог или налог, или что это. И вам нечем играть. Да, плачу 11 миллионов. Они попадают на любую нашу строчку, на карточку. Как ты хочешь выиграть? У них 20 миллионов, у них сколько уже? Сейчас будет 30 миллионов, 35. Просто, как он гений, да. Мага прав. Не отдавай мне ничего, это принцип. Мага очень... Какой принцип, Дима? Принципы? Не, не, ну Мага. Принцип с голой жопой остаться, ну. Ничего не отдавай. Машины, машины. Все продаем. А, вы серьезно? Ну ладно. Отдаем, это принцип. Ладно. Все. 30 Окей. Ладно, Мага, Мага, я понимаю. Мага, у нас есть Шанель. Мага, Мага, Мага. Ты умный парень, я знаю. Давай, ходи, ходи. Мага, ты умный парень, послушай злого. Я как-то я послушала и проебала всю игру. Ну ходите, Артур. Сейчас, брат. Маг, ты умный парень, я знаю, что ты согласишься. Посмотри в предложение. Маг, не соглашайся. Дима, давай, короче, за Макдональдс это, я согласен. Да, давай, кстати, за Макдональдс и Subway и это. Да, да. Снимайте все звезды нахуй со своих этих ресторанов, и мы тогда торгуем. Ради контента, чуваки, давайте. Все, тогда нет. Не байтимся. Мага, Мага, я предложил самую лучшую сделку, которая может быть.
Да, лучше за 9 миллионов за монополию одну, вторую монополию и Rockstar 100x. Охуеть. Дядь, я предложил 10 миллионов. Понимаешь? 10? Ну, в смысле легче проиграть? Ну давайте, торгнемся. Мне же еще их выкупать надо, блядь. Вы сейчас будете по кругу ходить. Звезды снимай с ресторанов нахуй, и тогда играем. Ах ты, сука, на ликсе, блядь, я не буду так делать. Ну давай, давай, Мага, давай торгнем. Ну давай, давай, Артур, согласен? Мага, пусть звезды снимает. 20 миллионов и снимайте звезды. Я не могу 20 миллионов. Ну нахуя ты оторгаешь? Ну 20 миллионов. Ну какие 20 миллионов? Куда я тебе их отдам? Ну, а столько мы не сможем тебе столько предложить, у тебя нечего взамен предложить, понимаешь? Есть, есть, только две монополии, в смысле ничего. И Rockstar 100x. 20 миллионов? Да. За все монополии? Ну, за то, что я даю Coca-Cola, я даю Airlines, я даю Rockstar. Ну да, я могу предложить миллионов. Только 16, и 5 мне. Это максимум, и 5 мне. Это максимум, что я могу 16, забрать. Потому что нет, игра, мне пугай, сколько максимум, мы и так эту игру проиграли. Либо ты даешь 20 миллионов. Я не могу дать 20, я предлагаю максимум, сколько можно забрать, брат. Либо мы торгуемся по нашим правилам, либо не торгуемся вообще. Я просто не хотел, а, ебать, ты такой умный стал. Нет, так я не могу больше 2x предложить, понял? Не-не-не-не-не-не-не. Не, Мага, это правда, можно на стриме посмотреть. Я понял, я верю в это, Артур, просто ты еще теперь берешь контакт. Фейсбук, Твиттер и еще берешь. А как я тебе предложу больше 20 миллионов? Как я могу предложить взамен, пока ты мне что-то не дал, понял? Тебе надо дать мне 2000, чтобы я дал тебе 4. Ты мне даешь 7, а я тебе даю 15. Мне еще их выкупать надо. Лимит игры, что ли? Что? Там лимит игры. Да, это лимит игры. Я не могу просто дать 20 миллионов, просто так оно не дается. Понял? Это лимит игры. Лимит. Че там? Ну ладно. Да все, Диман, ты просто, блядь, долбоебы мы ебаные. Ну это игра, брат, это везение. Ликс, и давай с тобой еще поторгуем. А где бабки-то? Нету бабок? Так я же говорю, давай дам 15 лямов. Не-не-не-не-не-не-не-не. Блядь, с Димой играть это пиздец. Он никогда не торгует. Он торгует только когда-то, когда кого-то хочет наебать. Вот сюда бабки платим. Ладно. Да, там пиздец бабки. Бля. Ладно. Дима! Мага, что ты опять пожрать зашел? Мага три раза пожрать 12 лямов зашел. Блин, какой шанс, что выпадет один. Мага, я бы с тобой не пошла есть, честно. Сейчас я приду. Все, я думаю, на этом... Дим, стой. Я думаю, на этом можно закончить, да, две игры, чтобы не это самое... А, угадай, не вопрос. Спасибо огромное за игру, кто пришел. Спасибо огромное. Еще думаю, еще как-то можно собрать, но через недельку можно поорать. Если что... Спасибо вам огромное. Да, спасибо. О, спасибо, давайте. Тогда пока-пока. Давайте, всем. Ребят, удачи вам. Давай. Бля, это было охуенно. Не, нормально, поиграй. Так, все, я оф. Так, я выйду отовсюду, чтобы включить камеру на...